Доброго вечора чи ночі. Це друга частина проходження Dying Light. Скоро повинен підключитися друг. Він якраз додому нещодавно прийшов, тому приємного перегляду. Ёлки-палки. Оборвалась эта тканина. Да блин, сейчас вратую тебя. А, вин в шкафу. Вратувал. Just came out of nowhere. Oh my god, I won't be able to close my eyes without seeing that thing's face in my nightmares. Тикай, пока живый. Тю, едрить, хавчик тільки 2 хп восстановил. В легком режиме там 30, 20, блядь, 50 раз. Едрить. Оце, конечно... Я в шоці. Я ж на кошмарі ще не грав. А то тепер програю. О, мінус. Це буде весело. Thank you.
Я тоже близко был. Не, так я убьюся. Ozzy, is anybody in here? Ozzy, are you there? If mama ain't happy, nobody happy. So you better make mama happy. Ozzy. Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and... But can I come in? No, no. It's impossible. Impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day, and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie, and it's all about me, and how smart I am. Look, Ozzy, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day, and if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, 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 wait a minute, that's too much. Don't argue with Gussie. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Нужно шоколад та касета. Ну, для мене це привичне діло, а не вперше розповідається. Тому дорогу пам'ятаю. О, грибочки. Thank you.
умирай ты уже. Живучая падла. Давай, в толпу, в толпу. Фу, блин, мне показалось, я баллон задел. Еще один. Кис. Иди сюда. Пригодиться. Карта щось. Так. Я просто позвонила Руся. Надо было попереть Руся. С кем? Руся. А, да она. А, вона ж дома, точно. А что пришла? До дома. Ничего я говорю, не принимаешь. Я тебе зашел, ты меня кикнул. Что ты кикаешь? Я тебя не кикаю сейчас. Вы исключены из игры? Что-то такое. Пишите. Хрен его знаю, я тебя не кикаю, честно. Участники игры проголосовали за ваше исключение. Ох, а может я просто не принял приглас, а? А ну сейчас. Да нет, ты присоединяйся. Пытается подключиться, ты тут, а? В чем проблема? Короче, Костик захочет купить в Лавине бургер. Станет бургер, надо не покупать. 100 рублей дал. Такой маленький, такой невкусненький. Понял. Ой, я, а не будет. Я подержу. Я подержу, чтобы не вбили. Смачно хоть. Ты ж не... Да, правильно. Ну, це жінка їхала, бачите, теперь гавати нічого. Кормить нічого. У тебе жінка? Ага. Та ще не жінка. Charlie. Gotcha. Каждые 5 секунд напоминать по волосписку. И говорить, что никогда в жизни не уйдет уже. Так что получается уже жизнь. Вот как будет кольцо, тогда поверь. Ну, если бы не было таких расходов постоянно, непредвиденных, может бы уже и было. А что там такого? 1500 за церемонию. Плюс там еще 3 куска на... Так как у меня и все. Не надо там сверх пиздец там, блять, вообще нахуй. Я хочу с размахом. 1030 хотя бы на 40. Ебать, ты кредит настолько закрыть сначала. Без обид. Ну. А потом уже думать. Чтобы рестораны и гулянки. Help me, please. Но тут надо по еблету надавать всякому мясу. Пока я сам ним не стал. Главное, вот так, как же.
ты же у нас там ебать який прокачанный. Это я тут, а. Стоп. А я как мимо. Кажется, на кахоле. Я так заметил, что тут бегунів не показує на карте в харде. Да. А еще не ставится автоматически каждую минуту. Но это было и в легком режиме. Не, в легком только не пошумит. А в этом режиме постоянно не появляются. Постоянно. Они преследуют игрока постоянно. На космаре. А так и фари. А в обычном только есть на шуме. Фух. Так, кофе, кофе. Все рычить рядом, ага. Да ты стараешься. То я пока очищаю тебе территорию. Добра, я пока. Кстати, в принципе, потно, прикинь, ты пока тут стал мне строишь, тебя тут жут уже стал. Да, я ж знаю, того я твоей допомоги попросил. Я делал просто, я типа кидал вот эти шашки в машину горящую, не в тачку сбегал. Где взрывпакеты кидал? Ну я сразу. Может, взрывпакетов подыхать. Ну я так раньше робил, сейчас не дуже. Все, в принципе, штука полезная, надо будет накрафтить себе взрывпакеты вот эти. Теперь до газа вертаемся. И бать мене коцнули. На десяточку так. Тут за боком уже пораскидываем, смотрю. Ну. Я прям вот когда по миссиям бегаю, люблю прям все обшманывать, все, что вижу. Ну, когда по дороге, да, но сейчас у меня больше таке, знаешь, хочу сейчас цей квест выполнить, да пойти закупиться марлею, накрафтить аптечек перед ночной вылазкой и побежать. Кекаться. Чтобы у нас ночи были очень потные. Бля, это ж ты у нас подлюка с этой, с кошкой. А я еще и без кошки. А ты, Катя, уже все обшмонал. Жучара. Я тут уже корзины открыты, я понял. А ты так хочешь? Ну да. Я не знал, откуда пути. Тебя задрот. Задрот получил. Да я же не вперше уже эту миссию выполнил. Ебать, тут что, можно пройти? Да. Ебать, я не знал, что можно пройти. Вот кто настоящий задрот. Важно не экипировка, а важно... Не разбейся тільки тут, а. Я понял, полетел. Птица. I believe I can fly. О, точно. Тебе ж тут типа паркурить надо, паркур. Паркур, матафака. Тут. Это ты там уже наверху, а мне снизу надо. Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi. Ты что, скипнул? Hey, then I'll just let myself in through the roof. Я пока колу пил, я даже не скипал. Понял. А ну, давай. Я смогу за тебя пехаться. Давай. Там бебу вроде бы мне треба жать, не? А, ты прям зашел внутрь? Ага, не открывается. Вы в безопасной зоне. Ну тогда до него подойди. До чувака. Ага. Дюзны. Мама. Шось. О. Требуются все игроки. Все, порядок, чтобы мне не лазить зараз. Я просто помню, что тут уже всю жертву прям. Поэтому я так больше попропускать. Ну, дивися, Андрюха, тут бажано не пропускать, бо не тільки для мене сцени. Я то все знаю. Да, да. А, зрителі не знають, я ну, я все. Да. Що ми кофе спіздили? У мене шоколадка. А яке кофе? Не кофе. Ну це шоколадку спіздило мене, спіздив мою шоколадку. Химикатами сейчас занюхаемся.
А, то что типа двери заблокированы. Какая-то такая себе у него нычка, если честно. Мне, кстати, самая прикольная нычка, которая нравится, это когда выходишь с башни. Так. Напротив без спайку баррикадируется. Есть такой высокий-высокий домик. Будем возле башни, тебе покажу. А то я сейчас нахрена не понял. Ну, классно, вообще тебе покажу нычку там. Там бегуны фармятся ночью вообще на визе. Вот старушка есть, и сигарки, 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 сигареты, сигарки, сигарки, сигареты, папиросы. Да блять. Опс. Я дебил. Я надеюсь, легендарный 9-й уровень не надо мне ходить потом поднимать. Да пройдется походу, потому что я только что всех на той просрал. Да нет, у меня полный сейчас показывайся. Не, ну я уже подлечился. А короче, если ты тут подыхаешь, ты ж теряешь очки легенды прям в ноль. Я б сейчас бибу пососал. Трошечки. У меня уже почти набитый 10-й уровень, сейчас бы я в ноль все скинул, и 9-й поднимал смотря. Поэтому сдихать мы не трошки не бар. Понял. Не, сейчас, конечно, могу тебе шумихи наделать. Угу. Зачем? Держим оборону. Да не. Я еще не настолько прокачанный, чтобы шумиху делать. Я хотел с тобой зашмонать там блокпост, где такого, там медикаментов много, ты хотел барлю. Да, давай сначала отнесу цей квест. Чтобы очки выживания получить. А тогда пойдем фармить. Как раз я ж бежу до башни, как раз. Ты мне заодно покажешь эту. Я дебил! Два раза чуть не сдох из-за кошки, сука. Ну чё, гений? Да, ну то сраную автостраду я кинул, потом с неё упал же, короче, так. Ладненько, пока пошмонаю машины, которые кого-то хера не шмонаются. А ты до башни не бежишь? Чтоб показать мне вот то здание. Ну? Только надо будет там немножко поимпровизировать. А, ниже. Не-не-не, просто. А погоди. Фига ты пиздил. Ай, блядь. Меня чуть не захавали. У пиздун ты, конечно. А сей зон ты все подкрыла? Зоны, да. Ну, окрім того, що на мосту. Ну, то по квесту вона відкривається. О, вилізла бабіона. Да, то, що він так швидко захекується, це, звісно, для мене, да. Так, бежим. А давай большого запіздим, потому що за нього ти херакс видають. А де він? Уже в тому мірі. Быстрый, да. Уже на небесах. Ти за яку хату короче, казав? Смотри. Весь сюди. Весь несли. Тут, короче, коли ночь, ти спускаєшся сюди. Блять. Просто херня. Стой. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Calls himself Rides. He's holding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. My mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Yeah, we can't do that. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Кстати, был когда с типами, и мы проходили эту стаю Бозака, когда там потно. Знаю. На кошмаре там походу вообще укекаемся. Ну так тут классно, все закрытое, забаррикадированное, окна забаррикадированные. Короче, чтобы фармить бегунов, можно либо отсюда их фармить.
стрелами въебало отсюда. Как раз пробивать. Ну, они, конечно, не харкаются, понял? Я уже проверял. Они сюда лезут, тебя стоят, на тебя эти порчат, ты их пиздишь. И есть варик второй. Пускаемся сюда. Тут варик, они могут харкаться отсюда. Тут зомбарька тебе. Надо, короче, ударил и зашел сюда, потому что они будут плеваться. Ударил, отошел сюда. И так, и они сюда не могут запрыгнуть, понял? Если на тебя напрыгнут, из-за бага могут. Короче, и в принципе тут стоишь, фармишь гавриков, и тебя никто не трогает. Они сюда не могут никак залезть. А они пробуют через верх облезть, но... Я тебе скажу, идея отлично просто. Только нужна ночь, чтобы попробовать. Ну, сейчас как раз и ночью буду. Ну и тут, в принципе, еще лута много тоже. Вот лут же обновляется все время, подхавать что-то можно. Что, мне нужно искать ее башню, купить патронов. Патронов? А в тебе вон нет. Не, ты у меня не купишь, маешь закрытый вон. Ну, посмотрим, что по магазинам. Если не куплю, то фигово. Потому что у меня дробаш. А дробаш без патронов такой себе. Проверим. У меня я луком сейчас ебашу, у той же рейнджера. Та вроде бы у тебя ДЛС-ка есть. Не? Не, я выкупаю, просто попробую с этого лука запиздить охотника. Ну, прыгуна, бегуна. Я с лука прыгуна валил. По 400 очков. Валил? Да, я же с тобой еще гамал где. Не, Костик, у меня ружки моего уровня, понял, типа. Ну, отлично. Есть патроны, все есть, все отлично. Тебе нужно купить какие-то материалы, типа там так, батарейки? Так, а вы мне не передастся. Передадутся. Мы, помнишь, мы с тобой дюпали, мы с тобой скидывали все вещи. Вот, смотри, сейчас тебе куплю, допустим, крутые... Давай на верхнем этаже купишь уже. Да я хочу проверить, подожди, ну должно пойти, вот смотри. У тебя ж лук, правильно? И у тебя закрытые взрывные стрелы, я захожу в инвентарь. Нет, они у меня открыты. У меня ДЛС-ка на них есть. Я их накрафтил, алло. Понял, не? Вот смотри, видишь, я все выбрасываю. Андрюха, а я подобрать не могу. Не дае. Не дае подобрать? Не дае. Потому что катсцена ссаная началась, потому не дает. Не. Думаешь? Я не уверен в этом. Из-за катсцены по-любому. А разрывные стрелы у меня, вони открыты с самого начала, потому что у меня этот ДЛС-ка куплена. Хорошо, давай метательные топоры тебе сейчас кину, которых у тебя точно нет. Либо ткань бегуна. Ткань бегуна. Давай ткань бегуна. Это вообще с фолловинга полетели или из чего? Ну, за фолловин вот у меня даже есть, алло. Не, ну... А, тут оно вряд ли возьмется, да? А я их не бачу. Я знаю. Я их не бачу. Тогда попробуем кину, сейчас тебе, допустим, кину... Бать, твои глаза черные. Я тебе кинул стрелы. Показывают стрелы? Стрелы, да. Ну, бери. У меня просто бабок. У меня там то ли миллион, то ли сколько. Ладно. Повыделываться. Так, я возьму, наверное, силовый кабель, марлю. Ты ж там хотел аптечек наделать. Да-да-да, мне марлю надо ебать, как дохуя надо. Оружейный патрон сейчас куплю. Так. А ну, wait, please. Чекни мне это задание. Сейчас, подожди. О, если по идее ты возьмешь винтовку, помнишь, там типис, которому надо ружбайку принести? Угу. Давай попробуем сделать так. Ты куда свалил? Я у Лены. Да блин, ты ж дай хоть купиться тебе. Сейчас тебе ружбайку кину, ты сможешь там утипуя сразу же это. He may be challenged, but he's very good again. Не скипай. От писюк. От писюк. Я тебе хочу оружку скинуть. Ты типа уже перемочил кишок? Да. А шо, их луком поебал, настукал и всё.
Блин, я там постел поначалу на ближнем бою там. Да я что же, а потом я догадался, что лук. И всё, и разъём. Я поначалу было классно. Они помогали зомбаков пить. Но пока они к тебе были не агрессивные, они кидали зомбаков. А, я помню, было такое когда-то. Эй, ну подожди, ты. Раздача на респауне. Раздача алмазов. Алмазов раздача. Я, кстати, понял еще, что так, в принципе, подумал. Глянь, обзор стал крафта. Вроде бы игрушка годная, но не знаю, у меня не такой. Мне надо что-то еще мнение любителя сталкера еще. Напишешь можно мне в телеге, я чекну. Ага. На бесплатное в стиме мультиплеерное, понял. По вселенной сталкера мне просто есть интересно. Есть Stay Out по вселенной сталкера. Тоже, тоже бесплатно. Ага. Не, не подбирается. Подожди, подожди, подбирается. Тебе надо пистолет, а не автомат. Там просто у меня только автоматы были у продавца. Я тогда куплю тебе патроны, пусть у тебя будут эти автоматы на всякий случай. Может быть, это где-то особо настырный гамнюк. Буст называется цей процесс. Андрюха меня бустит. Хочешь продай, если думаешь, это читерство? Я говорю, буст, а не читерство. А. Ладно, сейчас тебе куплю винтовочную. Мне просто очень было... Марли, марли надо, дохуя марли. Марли, дохуя марли надо, 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 марли, надо, марли. Ну, отбеги. Я просто помню, очень сильно потел против бандитов Раиса. Я прям против них с ближним потел. Знаю, знаю. А с автоматом будет... Апельсин, ты шо облизываешься? Пипесин! Пипесин! Чё не спим, пипесин? Пипесин не спит, что-то ты не... Тебе марля нужна? У меня 62 марли. Давай. Сейчас подожди, я тебе это скину. Бо я не люблю такие топорики, может ты их любишь, эти топорики метать. Я просто не умею переключаться, понял, между этим. Между вот этими. Так понял, там как? Единичка и двоечка, и что там переключаться? Мне неудобно, я не умею, поэтому. Мне против так сказать. А я шо арбалет продать не могу, че шо? Че за пиздец? Андрюха, забирай арбалет, он мне, ну, не нужен. Ну давай, я продам, потому что это вообще с фолами. Скидывай. И подбери марлю тебе, скину. О-хо-хо, а алкоголя в тебя, у тебя 60 штук нема? Да есть. 50 штук. А, я тоже как-то не могу арбик продать, что за херня? Так нечестно. Бачишь? Да нож здесь DLS-ки, походу, поэтому не продаю. А шмот место занимаю. Не люблю я арбалет, вот эти луки. Тебе, может, удобно, я все время забываю забирать. Лук, да, арбалет нет. А ну, 50 алкашки, кинь. Кока! 50 алкашки. А ты, блин, запросы у тебя, конечно. Думал, там, дай 5 бутылочек, а тебе 50 надо. Ни хрена ты. Я точно алкаш. Та ну капец, конечно, тебя не прокормишь, блин. Не, Зинка как-то все умудряется прокормить. Давай, кабель, пластик, нока. Кстати, бибу у меня, походу, нема алкашки. А, не есть. Вот с тобой быть последний отбираешь вообще. Последние. Забираешь последние. 250 штук. Пиздец, дохуя. Последние нажитое забираешь. Я сейчас все аптечки накрафчу. Oh, ты ж мне хоть потом трошки дай. Аптечек? Во, мне их так. Я же не с чего себе крал. Я тебе все свои эти. Да, без проблем. Я в ахере. Раньше я сникерс в этому 10-20 хп добавлял, а теперь чисто 1-2. Я такой, да, я скидки там хавать вот придется. Еще постепенно добавляет, не сразу же. Постепенно добавляю аптечка. Ну короче. Чтоб жизнь и медом не казаться. Что-то тише сложно. Good to see you in one piece. Вот смотрю у них, короче.
Ну, магаз у них такой себе. Что там у них есть? Моторчики какие-то. Вон луки, газовые баллоны лежат. Тут у них барахла всякого куча. А нафига им велосипед? Я ж тебе не казав, я Геншин скачал. Ну, не знаю, мне надо Геншин либо посидеть повыкупать, бо я не могу заниматься. Мне надо тогда познать эту их. А ну, подожди, сейчас пойду с секундур. Ага, я как раз кравчу в аптечке. Good to see you. How's it going? Wanna do you on the dream? You busy surviving? Сейчас просто Костя, конечно, надо выкупать механику, прокачку. А мне сейчас просто некогда выкупать, потому что я работаю, прикручивается так вот, а пару часиков позалиться, а потом. Да, понятно. Я просто не курюсь в эту игру. Я сейчас некогда будет с ней разбираться, задротничать. Ну такое чисто, шо? Сел, позадротил, а их получил. Там я просто Зинка гуляю в Геншин. Не, ну с Зинкой погуляешь, не против. А на работе я не смогу в него гулять, по той причине, что он телефон высаживает дистанцию. Не знаю. Поэтому на работе я не могу. Телефон греется и высаживается. Поэтому тут уже выбачай. Так, ты мне там дохуя алкашки накидал. Скидываю. И аптечки ты там просил. Ты без каких аптечек? Да ну... Стики не жалко. Стики кидай. Ты подожди, еще мусор выкинь. На. How are you? My prices are more than fair. Ты писин, давай спать. Лежи, бегать похоти. А за тебя похоти, пишет. Забудь. Я тебе скинул все очки? Да. Ну, 25 аптечек, просто Костик, ночью аптечки разлетаются, как пирожки. Ну, в тебе я алкашку вернул, там як марлю найдешь, накрафтишь. Там просто десяток аптечек разлетается только так. Знаю. Тем более на харде ты вообще. Сейчас я попробую заюзай их. Просто у тебя показывается количество опыта, у меня ж легенда на них показывает. Я получаю опыт за это, за убийство. Мне надо будет подкачаться ночью, я как раз добью легенду 9-ю или 10-ю. Теперь надо будет тоже подкачаться. Навыки попрокачивай. Надо брать по квесту. Не, по бочке есть стрелок. Пистолету той. О, пестик. Если можно куплю пестик, подожди, тебе сразу вот там бью. Все, у меня будет. Не, ну если купишь. Ну, пестик, все, давай. Отдам сейчас тепло, отдадим. Так, все, больше ничего не пишу. Топоры.
Что? Так, давайте тебе стик дроп. Сбегаешь. А, ты же сам сейчас не сможешь сбегать, мы только вместе идти сейчас. Да, вместе. А ты эти миссии не брал, блин, которые вот отмечены на старте? Пока нет, плоско. Пока нет. With most of the runners out of action, Брекен wants the scouts to take. Вот писюк. Да хуя не пропускай. Только касцены оставляй, це можешь пропускать. Я когда-то еще это, помнишь, мы эту смешков фармили? У тебя наборы спасателей. Да, я ж проходил, я ж ты тест в телеге кидал. Не, я именно про то, что мы фармили прям писец, понял? Что прям. Я сам соло зашел на изи, всех разъебал и все. Не, ты не понял. Мы зашли раз, разъебали всех на изи, забрали 5. Вышли и опять обратно зашли. Да, знаю. То я раз всех научись на тест, а так вообще да. Мы что, с мышком втроем фармили. Было дело, да. И как раз таки прокачали выживать. Ну, типа, жить тебе осталось недолго, просто погиб. А может и долго, по меркам. Пока еще до того момента дойдем. Ну да. Кошмаре. Типа там уже и слюной покроится. Будет дедом стар. Посидеть тоже. Ладно, у меня сейчас, короче, приборшение. В принципе, сейчас можно либо мост фармить, либо просто пофармить окрестности, бо я сейчас хочу только раз не ночью, чтобы было вообще честно делать отвлекающих вот этих гитар. Так, а сейчас ночь пройдет по квесту, и уже дальше ночи сами по себе будут более такие свободные. Я просто хочу подготовиться к ночи, наделать бомб, ловушек. А ну, я сейчас хочу всю ночь быстро пройти, отоспаться, а тогда уже остальные ночи кайфовать. Думаешь? Ну давай, да. Так. Полетел. Ну ладно. Я просто думал, сейчас ну, да, там же типа ночь скриптованная, они же будут вылазить со всех щелей у тебя. Ну, ты понял. Да, они там вылазят, там из-под носа выпрыгивают, там ту ночь пережить, типа так не получится. А ты открыл прям сейв-зону прямо возле вот той миссии, чтобы мы были там зашли, поспали и все. Там все есть. Я все пооткрывал сейв-зону. Тут где-то есть сейв-зона тоже недалеко. А ты карту чекни, и ты поймешь. А, да, ты поймешь. Джейд, I'm getting close to the drop zone. There's a crate. It looks ты уже на месте. I'll check out what's inside. Да. Так крюк хули. Ну да. Понтуйся. А чё у нас? А, надо ж типа к ящику подойти. Я сейчас типа пытаюсь переворачивать, типа и не переворачиваюсь. Давай, пехай. Тут зомбака забью. Тракую палочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, взрыв. Шумиху наделал. О, добрый вечер. Диспетчер называется. Пошумим, ёпта, да? А я случайно баллон задел при ударах. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Сука, иди сюда. Так. Ещё один газовый баллон пощум. Раскидал я зомбачков. Типа. Ох, я тебя замочит, я не знаю. О, Катя, увидел нового бегуна в этой, в майке, вот это я понял, я майки или как она? Такой красненькой рубашечки, так еще никогда не видел, цветочек. Понял. Тогда я хоть свой заберу, ножик свой заберу. Ножик забрать дайте. Ладно, хочешь пока сам за паркур, я пока, пока сам. Я бошки разламывать тяжко. Писец. О, вылез. Пассажир. А, это обычный бегун вылез. У меня, кстати, вопрос. Если отрубать Гаврику две руки, каким хером он поднимается?
Хороший вопрос. Нахую? Ну блин, так серьезно. Поднимаются же эти выселки. Да ты гвак, конечно. Пошумим. Да ладно, сейчас будем отбиваться. Занимаем оборонные позиции. Держим оборону, держим. О, горящие зомби уже появляются. Они сказать, лужу подпалит и сама сдохнет. Они окончу на лужу не подпалит. Лиза, Лиза, Лиза. А, просвети, Кьюшка, дело. А, вон внизу стоит. Давай с ним. Сейчас, подожди. Не уйдемся. Не, хочу ее скинуть нахер. И так. Вот так. Футболисты. Обеляй. О, выжила. Хрена там ПП. I believe I can fly. Ай! Да блять! Я сейчас сдохну! Я б тебя поднял, у меня птичка есть. Да пизда! Нашумел! Ушел. Нормально, нормально, нормально. Я с тебя вылечу, все хорошо. Все нормально. Ты и так там дип улетел. Чисто. Ебать, ты отхилил, конечно, меня быстро. Видишь, даже выгодно спихать. О, ты мне дал кофе еще, какой-то там барахло было, какое-то оружие. Давай ящик юзаем. I believe I can fly. Я люблю зомбаков скрыты скидывать, не знаю, как-то мне нравится, когда они улетают. Как мячики вниз кисло. Мне пока. Надеюсь, сейчас моя не захавает, пока касцена идет. Так у нас обо сейчас касцена. Два ящика. Two drops. Да, побежим тогда на правильный ящик. Или как? А? Побежим на правильный ящик или как? Да не, там же ж по квесту все одно бой опускать. Сначала на один, а тогда на другой. Как бы ты там не бежал. Да, да. Я уже пробовал так, когда прошлый раз гулял. Я люблю вообще зомбаков раскидывать, хотя их не любят так раскидывать. Да, конечно, любят раскидывать. У него там легенда 9 уровня, а я тут сейчас вообще стоковый. Конечно, люблю раскидывать. Раскидывать в плане, чтобы распинывать их, как они разлетаются. В смысле, ты их там скидываешь. А, не, понял. Я люблю, но только тогда, когда я прокачанный. Я уверен в своих. Лезь ко мне на автобус, сейчас забудем херню. Лезь ко мне. А, тут как раз великан. А? Не, подожди, подожди. Надо подойти ближе. Подойди вот на эту машину, где я стою. Сейчас замутим эту херню. Да чтоб ты опыт получил просто. Только отойди, отойди, отойди. Тикай. От машины отойди. Нет. Опыт? Что? Что, не получил опыт? Нет. Так, а давай еще раз. Нет. Это может то, что я должен активировать всю шнягу. А ты можешь активировать? Давай, я тебя прикрою пока. Ну, вроде бы же мне пульт уже ж выдали. О, теперь ты давай делай. Делай грязь. Вот теперь получил. А тики 15 за то, что отлетел, чувак. Я тебя прикрою. Прикрою. Ладненько, пошли Громилу запустим, помогу тебе. Ну Громилу да я сам. Моя красу, стрелы для чего есть. Или инсибаться уже. Я не вижу. А Громилу. Он был тут, а я как раз возле столба. Ну нема так нема. Ой, фак, я подпалили меня, ёп. О, тут аж эти люди Рейса. А я ж тебе для этого пистик купил. Автомат тебе и подарил. Что им там хедики разберешь? Что? Они сейчас убегут! Пошел разнос, пошел разнос! Скажи, они живучие, ага. Да. Прикинь, стоит такой тип, такой впитывать полобой в себя.
Прикинь, мне легенды 9 кости сняли 80 кп. Было 200, стало 102. Ну, какие да. Они жесткие. А прикинь, потом нам в конце игры ими махаться, против пачек махаться. По сюжетке нам же столько их мочить придется, чтоб писец. Ой. Миху, подняли мы шумиху, конечно, конкретно. А мы сейчас в сейф зоне, поэтому поебать. О, самодельные гранаты. А у тебя есть эти гранаты самодельные? Только у меня они. Че, у тебя другой лук? Те самые. Они ж по скрипту туда подписаны. Че, полетели ко второму грузу, в котором все будет самое веселье будет. Ой, пиздец, конечно, там сейчас веселуха будет. Не, у меня дробаш сейчас заряженный. Короче, на дробаше с двух... Не, с четырех тычек в голову они помирают. Дробаша. Но у дробаша 3000 урона. Ай-яй-яй! У-ху-ху-ху! Срака пингарая. О, подожди, давай типа. Съел. О, замочил типа. Ну ты жесткий. Котяги скидывать. Альт-захват. Как не захватить? Коли на тебе этот прыгает зомбак, ну то есть подхода, ты сразу вблизи альт нажимаешь и в бок. А я помню, когда я на легенде первой пробовал это делать, я тогда, ох, ебай каратист, там еще достижения, кстати, есть 10 таких этих. А я не могу сделать, ждал бы вроде. Коли на тебя набразуется, то перед тем моментом, чтобы F-ку нажимать. Все сделал, да, нормально. Альт его нашел. Ладно, тошним. Тошним. Я это жучара, все сейф зоны пооткрывал. Я так любил сейф зоны открывать. Прям заходишь в такое здание темное. Прям. Ты думаешь, я не люблю сейф зоны открывать? Ой, блядь. Я эту, которую ты открывал, прям вообще люблю. Такая темная была, закрытая, двухэтажное здание. Там прям чувствуешь вот запах безопасности. Прям чувствуешь, что тебе по колено вся игра просто, тебе по плечу в этой зоне. Тебе никакой пидорас не страшен. Никакая тварь тебе не страшна. Батышу. Я не хочу их убивать. Опа, дай поскидывай, Костик. Подожди, пожалуйста, только не убивай. Блин, давай еще раз поделись. Дай пусть. Я хочу вот так, чтобы они типа на меня пошли, я их выкинул. Ты что, как охранник в пятерочке. Чувствую себя охранником на пятерочке. Эва. Фух. Так, а ну родная, давай ко мне. Давай. Мадам, вы нарушаете личное. А вон у меня даже текстура ей пропала. А новые появились, ладно. Моя пока что все закрыто. Ладно, готов. Сейчас будет разнос. Я дробажу такого дела даже готов. Сейчас швапнели в лицо чисто картечью. Вкус картечи попробую сейчас. Если что, я сейчас готов сдохнуть. А это такое дело. Это я поднимать точно в ночь не буду. Ну да, так если что, тихо, оставь его. Беги. А что ты спаливаешь? Ты ж мог наслететь, что ты его спалил. Зачем ты его рядом? Ты не представляешь, насколько я был злой во время этого. Особенно, когда второй раз проходим. Хорошо, я сожгу и все. И забрал с собой. Нет, чтобы какой-то магазин закрыть его, блядь, пометить его. И до побачения. Ну нахера? Не сжигай, не-не-не, не делай так, не надо. Что ты одну баночку взял, нахера? Жопку себе запхнуть. Бачишь, він якраз не показав, як він жопку собі запхнув. Зачем? Ну він же типу а-ля агент ВГМ у цього. Та ну блять, ну не логично. Джейд, I'm at the airdrop.
Если б его не укусили, ему б вообще поебать было. Конкретно. Хотя я не так сделаю это, будто бы ему поебать. Монстры. Такие не монстры, сосунки. Не монстры. Сосунки! Сосунки! По одному! Щенки! Я готов вас принять! О, началось веселье. Где мой дробашек? Подошел! Подошел, Питерин! Подошел, Питерин! Нет, сука, нет! Вот, сука, хуй завалишь их, Питер! Сухни ты, когда сдохнешь, сука! Есть! Одного положил! Ебать! Прям перед носом выскочил! Костик, первая ночь! Положил одного! Фух! Ебать, они живучие! Сколько ты там пули видишь? Где второго положил? По одному сосунки, по одному! По одному сосуночки! На, еще одного положил! А их забагал. Э, дай их облутаю, подожди. Вот первая ночь получается. Так, а ну где вы? У меня свинца на всех хватит. У меня на всех хватит свинца. Не такие они уже и страшные, то Костик на троих ушло 50 патронов. А где пидорас дився? Минус. Так, четверых положив на счету. На счету четверо. Что это за белая миссия какая-то? То допка. А, кто же это? Допка. Пятерых положил, Костик, пятерых. Так, счет идет на... Счет. Оп. На зиплайне какой-то поебашил. По одному сюда подошли. О, спускаются, смотри, спускаются. О, блядь, захакали. Это, походу, мы не писки сплетут. Ты шо обстрелишься там, My friendly fire, ёпты, Костик. Устраиваешь. Friendly fire. У меня фонарик сдох. А, это обычные зомбаки? Он бегун тут. Подошли по одному. Вот это слышу Гаврика. Когда стал? Он стоит внизу. Так, пошел за место. Так, у меня все, патроны кончились. О, спасибо! Спасибо! Ой, 1250 получил за него. Ты там как мясо, первый стой, килл. А я валю. О, первый о, килл, патроны. Ботинок. Спасибо. Надо, короче, отметить это дело. Первый твой охотник замучил. В тесном бою, так скажем. В честнейшем бою просто один на один на мужика запить. Ну что, как тебе пишет теперь? Так, я его не как выцелить не могу. Ай, блядь, куда ты, блядь, блядь. Обидно, как кончилось. Фига, ты тут разбился. А у меня патроны чуть-чуть. Бежит, бежит один. Тут, я не знаю, ты то ли недобитый, то ли уловый. А кто меня пиздит? Вот ему руку отсюда. О, пошел штурм крепости. Ты видел, как тип улетел? Да. Ой, подожди.
Шашечки пахнут жареным. Что, штурм на полном? Спина к спине. Я что-то такое раскидал. А можно мне такое? Да. Я же хочу! Тебе такое? Сейчас. Я монету. Я охотников не стукаю. Я хотел в плане, чтобы ты меня не по жопу такое засадил, чтобы ты поделился со мной с оружием. Че, тикай теперь наверх. Пошли. Тяжко будет. Так, а что у меня есть по аксессуарам? У меня есть щит какой-то. О, гаврик. Добрый вечер. А ну-ка, щит работает? Га, щит работает. Сорян, я в уголок целился, чтоб хотя бы тебя не задело сильно. Вот бегун бежит. Ай, письки мы не письки, бля. Здесь фонарик выкину нахер, мне только мешает. Ух, сраку, блин, так подожди, дай сейчас трошки подхибусь. Чё фонарь не выкидывается? Не хочу с ним. Не хочу с ним ходить. Так эти мешочки пособираю. А надо? Тяну с мешочка, в принципе, полезно. Все металлические детали падают, с помощью которых оружки ремонтируются. Металлические детали с них гроши падают. Кто меня бьет? Подлетают. Так. Что ты тут раскидываешься? Я понял. Тикай. Не, я буду. Это, конечно, оружие смертоносное, пиздец. 200 хп, клад сквозь. На меч, фабрик напал. Тикай, 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 тикай. Кабуда, кабум. Так. Я, конечно, понимаю, что быть приманкой — это хорошо. Да не обязательно, я сейчас через этот... На живца чисто ловишь, получается, да? Так, они разлетаются, конечно. Через кьюшку где-то... высматриваю, он... Конечно, на живца это хорошо. У-ху! Мясо летает. Ну, походу, все мы всех, да-да-да. Гроза района, блядь. Да какие ваши бегуны? Шо это, щенки чисто? Какая там ночь? Изи просто. Изи ночь, ага, скажи. Изи ночь просто. Угу. Устроили геноцид, блин. Я пеша иду, поэтому... О, громила. Давай мы на громилу забачим. Ой-ой-ой, чуешь? Уху! I can fly! I can fly! Отлетел. Сейчас попробую замочить громилу, но не знаю, сколько это не будет. Интересно. Ночь уж очки их два. Ух, я всех поагрил, конечно. Да,
Замочил громилу ночь, но с него так немного очков. Походу, да, было как-то. То ли у меня просто флегер. Много очков. Летай, блядь. Бац. Это ты балуешься. Что за баки летают? Как мячики просто. Да. А хули, разрывные типа вылазь и все, и пиздец им. Да я бегу, блядь, по родносам идти. Ладно, надо будет тоже попробовать. Ой, там нет, два гаврика напало, двух походу не вывезу. Бегу. А их больше тут, а. Сейчас подожди, буду отбиваться с высоты, попробую. Они с тобой побежали. Ой-ой, а у меня разрывный, все. А я такие борзый прям писец. Бегу. Блять, со стамина еще тоже тяжко. Только не плюся, не плюся, ай, у них... Ай, ай, ай. А я одного, короче, на шипы на этот насадил. О, красавчик. Вижу, бегает гавр. Насаживается, падает. О, блядь! Ой, нахуй, хай теряются в пизду. Ай, ебать, 11-30 хп. В жопу. 50-й левел поднял. Блин, мне хоть дробашь. Так как мне сюда свалить? Ясно, хотя бы стрелу успею пособрать. Сбегаете их, понял. Так кто? А, вот двое крутые там. Вырос. Ты рад, что все понимаете? А кто? ХП мало. Еще один. Не бы делать. Ай-яй. Блять, твою мать. Ну блин, да, сейчас, наверное, ХП полностью восстановим, потом будем раскидывать только. Хедшот. Да если блин, они не мешали друг другу. Вот шо я уперся, блядь, шо я мог упереть? Опять что-то уперся. Шо я не могу нормально мансить? Их трое тут, отекай. Нет, у один на 9. Не-не-не, слева. Ой, блядь. Где вообще с дробашом показал, где раки зимуют? Мы походу пока заходим, у них, наверное, ХП восстановится, потому что тут все недолго. Не а можно? О, спасибо. Выродки. Не кумарите. Ух, прыгай, блядь. Они как ёжики утыканные. Затыкало хлопцы. Ты на шипы не надеялся. Если бы и на шипы не надеялся. Ты с них стрелы запихаешь? Да. Знаете, стрелу головы выйму. Хотя заберу головы стрелу, заберу. Подожди, не двигайся. Так, одного намочил ещё один. Второй тоже натыканный, бачь, стики. Да ты когда сдохнешь? Блин, на шипы вроде бы наткнулся, да. Только что. А, у меня ружка сломалась. Думаю, что я не могу убить их нормально? Их сломанная ружка. Опа. Еще один шашлык пришел. А как он красиво стоит, мистер? Какая у вас... Да, вот, ай! Еще один на шипы налетел. Кожа миска.
Дай я наслажусь видом, подожди. 18+. Уберите этот экран. Подожди. Так, уберите детей от экрана, вы беременных женщин. Сейчас будет 18+. Ты ж понимаешь, что первая ночь, она бесконечна, пока мы не дойдем, не поспим. Подожди, этот важный процесс не лез. Дрочи там на это мясо. Ну что, смотри, как он красиво раздулся. Что ты кричишь? Всё, накричался. Не еще одна хорошая фармилка, только у тебя стоял много, можно пойти докупить. Да не, надо пойти докрафтить. Что-то крафтить, докупить. Надо патронов сюда докупить. Я еще одну фармилку покажу. А что, мазик работает? О, мазик работает. И шо, прям, неужели лук такая прям классная штука? Ну, як для мене имба. Тільки мої патрони на винтовку, кстати, закончились. Так, я тебе куплю винтовочного патрона. Ага, оружейного патрона бибу. Нужно поспать туда, чтобы у продавца обновляется. Угу. Обновляется ассортимент. Ну, тогда можем, по идее, ночь закончить. Ну типа, чтоб потом новую, чтобы у продавца хоть обновились вещи. Угу. Сейчас еще подожди, я хочу сделать. У меня есть, да что у меня есть? А, не только болты есть, стрелы. А как ты делаешь, типа, крутые стрелы, взрывные там? А там же чертежи, как открываешь, и в этом вниз там этот Харан Рейнджер Блонд. У меня только обычные стрелы делаются. У меня это электрические, зажигательные и разрывные. Ну и обычно. Так, а мы сейчас подожди. Так. Сейчас. Оружие из дополнения, констебель, краситель, циркулярная смертность. Отмычки, взрыв, пакеты. Лечебный рецепт Софии, грибное зелье далее. Аптечка, щит, усилитель, скорость, ночного видения, стойкость и замораживающий щит. Щит Тесла, щит Клеймор. А в чем, кстати, прикол? Самодельный гранат, осколочный гранат. Так, замораживающие гранаты из них я себе. То ты их просто не пробовал, разные виды. Ядовитые мины-ловушки, осколочные мины-ловушки, взрывные мины-ловушки. Можно мины-ловушки ставить, бомба-курка. А там уже для машины дальше детали. Мачете-вантюрные, то есть бычья пушка. Ну, потом такой, ладненько, пошли. Дальше ночь ебашить или... Там у меня патронов нет. Слухай, у мене таке питання, а в тебе, ну, щоб я зараз накрафтив розривних стріл, в тебе часом немає ето хімікатів до хрена? Возможно, є. Тільки ці хімікати я ж фармив, блін, тут часами лазив за свою локацію. Ладно, потім підемо, наверное, час ночі можемо ще покачатися, потім подфармим, полазим. Хімікати. Реально. Алкоголь, аэрозоль, батарейка, бечевки, жестянка, изолента, клинок, марный металлический талий, пластик, подводная вода, супроводка, резина, синтетика, смазка, стальные трубки, трава. 10 химикаты, только 20. Пойдет. Все. И металлических деталей чуть-чуть. Сейчас мы підем разъёб устраивать просто. База надо уже рядом не стоять. Ну, там надо будет аккуратно, потому что... Вот ты сейчас кидаешь 20 нет. Химикатов, вот 20 металлических деталей и давай. Если я...
Все у тебя под ногами. Понял. Ну, если хочешь еще пожить, то ладно. У меня просто без ружейных патронов. Вот, попробуем как-то продержаться. Сейчас я для себя, наверное, прокачаю оружку. Так, а что он? О, мне сейчас еще экипирую самодельные гранаты. Будем их раскидывать. Все, ты скратил взрывный стрел? Угу. Ладно, полезли. Полезли. Где мы радио слухали? Только на есть. Подожди, да, я ще докравчу. Да, вышел сейчас проверить количество. 37 плюс 8. 40. А, у меня еще. Ай, блин, а с тебе все металлические детали отдал, мне же ремонтировать. Сейчас дам, дать. Сейчас дам. Бо я сейчас смотрю, у меня ружки сломаны и пишет 0 типа запчастей, чтобы отремонтировать. Сейчас. Все-таки как раз таки на зомбаках эти штуки и фармятся. Металлические детали. Пачку зомби ложишь, ты с них потом чертики подбираешь там эти детали. Он возле тебя гаврик на парковке ходит. Ловы. Ты уже выкинул? Да. Фотка. Так, пошли за мной, вот там ты так без кошки не залезешь. Да, без кошки только по их там пути бежать. Вот сюда и через деревяшку наверх. Они будут лезть в двух углов. С этого угла они будут лезть. И будут лезть с этого угла. Так, а мы не же внутрь попасть-то, не? А? Мы не внутрь же попасть-то, не? А, можем и внутрь. Просто отсюда проще их скидывать, они на шипы могут там подлетать. Но ты их будешь агрить, я буду их добывать со стрел. О, все. Да, хорошо, давай. Могу стоять. Бачу. Могу, внимание, я их прикручу. Бай, який салют полетів. Ага. Все, пошел мамки. Пошел кукер. I can fly. I believe I can fly. Еще и поджог его. Капец, они улетают в стратосферу просто. Все, я его завалил. 4 стрелы, ему пизда. Шукай мне следующую жертву. Ты, блядь. Сейчас я побегаю, короче, по агрии. Ой, я же буду с кошки типа залетать. Сейчас да, я да, да. Тільки бажано на больших этих агрить, а не тих, що просто бігуни. Бо я таких хопа і вже нема. Ні, щоб погоня була, я ж питаюсь найти. Єсть. Все, є погоня. Та погоня на одне это. Ну да, один на нуді ліміти не інтересно. А ну-ка, подскажи в місце. Єбать, я сам себе откинув. А ну посканируй местность. Ты прикань. В цьому домі зомбак зайшов. Як вони сюди попали, чуєш? Ні, там вони просто є. Ізначально там парочку є, сидить, треба їх убити, понял? Ні, походу в этом же, это ж первая ночь, наверное, больше одной звезды не будет поиска. А тут желательно две, щоб эти гаврики лезли. Не, ну мы можем, конечно, сейчас их на следующую ночь перенести, что нам? Как раз до ночи подождем и пойдем ебашить. Мабуть, бажано, бо я что-то вообще не могу идти, в принципе, крикунов, бегунов, кого там. Тикай, сейчас-то я подожгу. Фермерки мяса. Не, хотя там украинем, типа барабаны. Тут забагался зомбак один. Я пока сейчас... Оформлюсь, кошки марля, бабло. У тебя какие-то зомбак внутри базы. На первом этаже я не трогаю. А, он уже сдох. Не, реально, нет. Этот забагался один зомбак. Не, Костик, сейчас вообще их нема. Обычные только лежат. Только обычные. Я уже пытаюсь, чтобы они поорали, понял, как-то мейкать.
А оно не шумится? Помимо уже по максимуму, оно не шумится. Все, о, подождите, прокачаю легенду. И поехать. И в очко что-то. Все, 210 хп в студии. Не, походу мы всех перемочили. Здесь заскриптованный Гавриков, походу. Maybe. Катя, я смотрю, короче, канал Red Sprout. Он прям по игре куча этой видео, по первой, по второй поснимал. Короче, с помощью вот этих баллончиков с газом, понял? Можно NPC выталкивать, типа, с их мест. Надо будет тебе, короче, показать. Это работает. Зачем? Допустим, упаков там воду повыкипить. Зачем? Говорит, что прикольно. Та ну, не будем багать игру. А там не игру ж багать, типа, не сюжетных NPC, просто перестать. Я бачу, за темнота нахуй. Не, Костик, походу мы всех просто перемочили уже. Ну погнали. Оно ж типа заскриптовано все было. И не думали, он сейчас обосрутся, убегут. А пацаны не обосрались. Походу. Лук взяли и дали пинг-ми. Первая ночь, чисто изи. Первая тролли. Ночь. Как там, кто еще кого боится? Мы их боимся или нас боятся? Да-да, смелый. Если от башни сейчас забиться целью с малой выносливостью до моста забігти, це пизда буде. Помнишь, как мы часто вздыхали, и то мы тоді не на харді гуляли? Мы то на обычном играли. Не, с башни все время вниз падал, вздыхал, потому что паркурить дали. О, у тебя миссию будешь брать или вскаку? Я хочу. Здесь зажигательные стрелы. Тебе нужны? Или ты их сам делаешь? Зажигательные сам могу делать. Понял, я только покупать могу. Батарейки, жестянка, клинок, химикаты. О, тебе же патроны нужны? Значит, я куплю патроны. Алкоголь, домашние припасы. О, мешочек, сигареты, кофе. Продаем, покупаем, продаем. Я, мабуть, эту винтовку сложу, хай валяется для нужного времени. Так, ремонты пока еще есть. Купить прекрасная дубинка, полуторный меч. Двустволочка, вот такой себе. Так, тебе Патрики скину? Не надо. Так я уже купил пост. Ну, ладно. Я их в этот в сумку закину туда. Хай уже по квесту пригодится. Если ты не хочешь паприки юзать, то ладно, не буду тебе их покупать. Того я и сказал. Дай пока поменяю себе этот прикид поменяю. Давай. Мне предназначен, типа, который светящийся зомби маскарад. Прикольный, который типа светится. Или еще прикольный. Ну, скин Раиса я не скоро еще открою, чтобы я скин Раиса открылся, я должен легенду 250 взять. Ого. О, гля, что я взял. Прикольный скин. Я, до речи, у меня вин тоже есть. ДЛС как раз по игрушке. Мне еще сразу нравится тоже скин прикольный. Или ниндзя тоже неплохой. Ладно, пока побегаю с этим, а потом... Потом возьму сразу. Ты угарный с таким скином. Да, мы что мы делаем? Мы угораем. Подписывай на миссию. Мне за тобой бегать хочется с таким этим скином. А, это мы сейчас не к Елене пришли. Это можно мы к ней. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Братик, подожди, телефон подыхает, чтобы я сейчас не проебался. Самое ответственное. Угу. PPC. PPC. Дрифтинг PPC. PPC.
Что-то у меня руки Брекена как-то этот багани. Ну да, мне тоже. А, в тебе тоже их показывает так? Да. Has to be done, doesn't it? Well, I'm not going to argue. Race's place is over here. Будто бы в мазуте, блядь. А, где-то еще, короче, помню, тип рассказывал, где-то можно еще выбить костюм астронавта там, который уменьшает урон от падения вдвое. Это его выбить там. Еще то ли куда-то надо будет ДЛС-ку пройти, я не помню. Что-то такое. Космонавта. Та вы из башни полетишь, урон до пизды вообще. Убья нахуй. Ну, блин, если из башни полететь. А я так, типа. Так, сейчас сделать закуп контрольный. И попробовать уже с нормальной ночью повыживать. Я буду бегать их приманивать, их будешь отстреливать. Только не меня отстреливать, а забавно. Просто ты подстрелы не попадайся сильно. Как говорится, типа, двух зайцев одним камнем. Нет, я на такое не подписан. Нет, это вторжение сраку. Мы сейчас пососем так, что охотник, це имба вообще. Ты же запретил хотя бы вторжение? Да, да, да. Вот сейчас нам дадут 5 на клыка. Не, в принципе, там типа вот эти награды, конечно, херем. Столько опыта за бабок за них все выиграть. Там очень тяжело выиграть. Это четвером прокачанным не будет. Этому ночному охотнику на клыка дать. Ружейный патрон. Так. Так, что мы можем поспать до утра? Подожди, я хочу сейчас Альфе попиздеть. Чтоб мы ночью на мост могли добраться. А, еще красный дым есть, я помню миссию. С свалкой. Может, по заказу твоего врага. А ну, подходит, 50 да. Наборов реквизиций. И в подземную парковку в трущобах надо будет сходить еще. Не классно. You're Alfie? That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Да каждую фразу его уже помню. Помнишь, он на последней миссии свои сказал. Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron district. The bad news is не, ночная вылазка не сразу будет. Сейчас да? Просто побегать. Ну хай, блять, просто повключать потом. Помнишь ночью вот бегать, блять, там где электростанция? Не, то вторая миссия. Это сейчас первая изичная будет. А потом уже мост. Ну и хай высадь, значит, до следующего раза. Нужно будет две подстанции или три обойти, а потом только пойти на ту главную подстанцию и там включить. Там подфармиться еще тоже легко. Там большая пачка зомбарей. И они же дыхают это электричество. Поэтому там подфармиться. Я думаю, неплохо будет. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Потом мост еще. Мы помним, мы с того маха летали, как Я ж меня, чтобы с моста спрыгнуть в воду. Не, не с моста в воду, мы ж так падали на асфальт просто, как семечки летали с того моста. Ага, как мы на вторую половину добирались, это вообще весело. Да. А если идти по дню, Костик, я ходил по дню на кошмаре, тебе лампочки дамажат без сетка. Тебе аптечек просто не хватит. Тебе одна лампочка, тебе процентов... Тебе хп 20 оставляет. Одна лампочка, а их там сколько? Прикинь? Там очень тяжко. Если туда днем идти, поэтому придется туда ночью идти. А ну подожди, я просто каждую ночь, каждый вот такой скип... У продавца обновляются вещи, и я хотел глянуть, что у него есть. Сейчас я куплю еще патрончиков. Все, я скупил. Выключи этот звук.
Так, параметры в сети вырубить нахуй этого охотника. Вырубить нахуй охотника. Так что по старому этому, по старому сценарию. Давай, давай, да, 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 сраку чувствую. Тоже орёт. Вижу. Ай, блядь! Это ты зря, конечно, я уже типа нагрел. Блядь, сейчас попытаюсь тебя поднять. Они ж просто сюда могут залезть, если я не ошибаюсь. А, письки нам, походу, они захаркаются. Они просто тут харкаются в этом местности, если не могут залезть. Так, жди, 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 подожди, подожди. Все. Так, только неаккуратно. Спасибо. Так. Ладно, аккуратно. Я пока побегаю. Погоня отстала. Он внизу один. Одного замочил. Еще один есть. Так, меня коцнули. Ох, яка погоня с тобой. Ох, твою да мать. Да, блядь. Он трошки подлечится. Меня ударной волной ебаша. Сейчас трошки я пошубу, наверное. Наверное, только обстрелю тех, кто далеко будет. Или если уверен, что все под ноги на пиндюре. У курва напрыгнул. Сука. Хорош. Я пока на пиндюре. Отлетаем! Я сейчас на хил. Понял, конечно, можно на этаж спуститься ниже, подхилиться через окна, пока их подстреливают, если есть возможность. А ты не пробовал, ты сможешь через типа через решетки бить? Я чувствую, что я сдохну там просто. Но я тебя подыму попробую. Давай, чтобы мы вдвоем не сдохли. Давай. Ой, вин снизу, чул! Вин залез снизу. Сейчас тебе, подожди, сейчас тебя все замочил. Я б замочил, слушай. Я завалил его. Не, ты его не завалил. Не, моя шопа капнула 1200. Значит, там еще. Тихай. Сказал, что я быстро вытекает. Я их друзья перемочил. Так. Все, тут внизу чисто. Тут двое было, понял? Ты одного замочил, я второго. Угу, понял. Там закрытые двери или открытые? Внизу закрытые. А ну. Ну отсюда серьёзно? Нормально. Да, через я был. Что-то на запах, да? Нормально, раскидываю. Ты что, я прикрою? Я на прикрытие. Что, так можно? Серьёзно? Через решётку? Ну да. Ладно. Держим. Я просто по приманиваю их. Но я с той стороны жду. Только не заходят. Мне что с крюком проще. Там, кстати... Ой-ой-ой-ой! Откуда нахуй? Живешь там? Пизда. Я понял. Я спасу. Иду спасать. Эти пидорасы запрыгнули через этот, блядь. Через гору. Через стенку, опять же. Не знаю, они багаются, пытаются. Нет, скорее всего, они через гору залезли. Нормально.
Шанка типа патронов. Точнее, по аптечкам. Через горы? Травы умные. Да, через горы. Там же у нас открыто, понял? Ёбаный в рот. Затыкал. Замочил. Твою мать! Рил в натуре через... Я что-то, пойду вверх держать получу. Короче, ты этот, нихуя не работает твоя тема. Пойду туда вверх держать. Только не лезут, хуй не возьму. Всё, я держу вверх. Так, приманивает машину. Что, всех разъебали, чешу? Пособирай пока вещи, есть пока положу. Ну, из тех, что в хате было, я пособирал. О, вижу, бегай. Салам алейкум. Салам алейкум, алейкум ассалам. Все, привел пассажиров. Да погоди. Их пассажиров. Я тут кравчу эти. Чтобы я настрелял сейчас по-быстрому много. Тут три пассажира. Ой, сука, харкается, харкается. Да не харкайтесь, блядь. Отлетаюсь. А я сейчас чуть ли не летел только что. Сука, тяжко так, держим оборону. Держим. Ты там метра устраиваешь по летутке. Мы только чтоб сейчас не залезли. А если да они вот. Что впускаются, если они же не могут залезть, они же харкаются. Сейчас пару харчков, мы точно так. Ау! Падла, я передо помню. Мной вылез. Все по стандартной схеме. Садника, я поступил. Он как раз внизу, чум. Да блядь! Помочь. Так, это будем, наверное, с двух фронтов держать. Беги за машины. Держим. Тебе подлетаю. Херами. Двоих снял у тебя. Я вижу. По 1250 раз и два. И даже троих снял, меня тоже снял. Бежать, бежать. Вижу. Давай, ёбать ты, мать. Уху! Отправил стратос. Я бы дай хоть налечиться. Еще одного снял. Так, и хоть меня сейчас не сними. Я буду ящик. Мои коллеги. Еще один улетел. Космос. Они же ко мне подлетают. Так, я пока подлечусь. Аптечек вообще. Надо будет хотя бы потом на аптечке подформиться. Убежал пассажир. Не в меня ж, блин. А я думал, ты на здание запрыгнул. Не заметил, сорян. Блять, что не лечился, блять. А, тут прыгун. Ну блин, тяжко одна. Вон Гаврик на крыше прибежит. У нас тут... Я того снял, ну и тут у нас на балкон поднимался экран. Что у тебя по аптечкам? У меня 7 штук. Я могу скинуть тебе. Тільки если ты меня поохраняешь. Да не сейчас. У меня
Сотика, ну, типа, там, по уровню боевом. 104 аптечки. Скидываю. Я скинул. Андрюха. У меня. Нет, подожди, подожди. Тут работаю по приманиванию гробиков. Так, вот с тебя ставить опасно, а то с тобой сейчас тоже. Могу ще этих накидать, аптечек. Сейчас, давай зачистим этих. Мне кажется, что уже в здании есть. Або на. Они у меня есть просто. Я уже тут разрывными шмалять не буду, я только дальних брать буду. Ты на кьюшку нажал, и ты до хер... Здание внизу один. Так, подожди, подожди. Блин, прям... Я его снял. Фух. Это обычный был? Нет, это был этот, бегун той, ночный. Он прям в здании был. Ну если мутик скажешь, если будет мутик, хватит, я прибегу. Аптечки подбери. Да подожди, за ним люки, блядь. Снял? Вроде бы да. Да не, еще. Вроде как. Так, все, сейчас пусть погоня отстала. Так. Нет, о, слышу звизг этот, там мутик рядом. Где-то мутик рядом. Внизу мутики или где? Я там еще 16 аптечек скинул. Короче, у меня 24 аптечки с мэна. Подожди. Внизу тип. Я вижу, вижу, вижу. Сейчас только тип внизу аккуратно. Только не я запрет. Не стреляю. Не стреляю. Сейчас. Сука, походу мутик внизу. Сейчас я возьму. Не, внизу чисто. Подожди, подожди. Бегуны, подожди. Бегуны по балконам лазят. Ай, харкают. Они все вниз спускаются. Это какого? Как мы что залазим? Они в окно просто с решеткой лезут. Не знаю, мы не пиздачим. Блядь. Давай только без этого, без дыхалки кай. Хлопчик, блядь. Пизда. А у меня еще и стамина кончилась. Как назло, сука. Ты же аптечки забрал? Я их отвлекаю пока что, фильтры. Да они на второй этаж просто в тупую через решетку лезут. Тука. Отхилюйся. Еле губы. Даже купаются. Отхилюйся. Не, на втором этаже там вообще пара дам находится, они чисто лезут, во второй этаж прям... Да, он стоит как раз на втором. Убил. I can fly, I can fly. Паршан? Да, они, короче, лезут сюда и в решетку залазят, честно. Пидары, нахуй тут решетка. Пойти пидары, полезно. Так, только не помню, пока есть на втором этаже, пока вытаемся. О, мутики, мутики! Ебать! Меня скинуло! Сука. Сейчас прибегу, подожди. Сейчас возле меня стоит этот бегун. Ты внизу. Сейчас может отвлечь их ловушкой. Хуй знаю, что с ними делать. Давай сейчас отвлекнуть их. Мне умрать? Не, подожди, сейчас отвлеку их. 5 секунд. Я сейчас умру. Красную зону сейчас взять, сука, сука. Время вышло. Я выкупаю, просто если бы не мутик, я сейчас тебя поднял бы так. Там вроде бы минус всякое количество очков выживания. А, ну выживание. Чувствую себя у тим этим, блядь, понял? Из
А, он вдруг отпал. Может, у него телефон сдох, а нет. Алло. Было потно. Да. Пошли еще одну ночь ебашить. Мне понравилось. Сейчас. Подожди, я с аптечками. Сейчас я прокачаюсь заодно по Шурику. Сейчас надо накрепать на каких-то бомб. Или что-нибудь такого, типа поджигающий, не такое. Пробовать. Сейчас я еще мешки пособираю по окрестностям. Я типа, ходи мешки пособирай. Зачем? Мешки разбросаны по всему этому от зомбаков. Появляются. Там эти полезные вещи. Марли иногда такое типа. Алкоголь там, марля, металлические детали полезные тут. Бабло с бегуном вот этих с мультиком. Слушай, у меня открыта одна зараженная зона, предлагаю туда залететь. Можем залететь. Попрыгнуть заодно. Хочешь там тебе типа, по шумному залететь, ну, с мультиком? Типа. Ну, можно. По пути как раз полутаемся. Сейчас подожди. Я здесь закуплюсь. Так, так. You won't find better stuff anywhere else. Марля, разожжёшь жестянка, оружейный патрон купить. Я типа попродаю всякое. Ну, погнали в зону вооружённую. А це фарша накидали. Где? Ночью. Так, 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 так. Не, ночью, конечно, было весело. Ну и тут такие зоны, ты чё поиска где-нибудь? Чтоб чисто мы как дефали какую-то зону, они лезли, мы их скидывали. Только дефали, а не то, чтобы они через жопу потом вылазить. Ну да, будет совершенно не очень. Чи можно в том, что я стекло разбил? Я там просто с ноги разбил стекло, может не стекло не этот. Может быть. Надо бы попробовать тут. Может если стекло восстановится, если не что-то. Ты что, злоба уебал чего зомбака? Что сделал? Злобочника. Уебал. Не. Ноги чисто. А с выду было бы тобой слабешника. Так, показывай дизонно, по пути будем лутаться и бить зачиться. А вроде бы ты без моей метки должна быть видно, да? Не, не показывай. А она что, моя сейчас закрыта? Да нет, я ж проходы, мимо школы. Ну, есть юбилейный тоннель только и все возле грибочка зон. Да-да? Возле Раиса есть зона. Вот на карту нажми, и возле Раиса есть как раз таки зона. Познакомьтесь с Раисом, и вот грибочек и зона наверху есть. Я поставил точку. А у меня она закрыта. Ну погнали. Ну, попробуем зайти, что нам будет. О, горячий. Кому-то убейте солдата Рейса. А можно их лука перестрелять чисто. Изи катка, блять. Съебаться пытается. Та пизда тебе, чувак. Ой, блять, взлякался нахуй. Там тебя ж ламбарь как раз прыгнул. Я вот и спас тебя.
дыхалки нету. Катя, подожди. Нам же аптечки нужны, да? Сейчас я аптеку тебе открою. Подожди, подожди, подойди к аптеке, когда закрыта. Помнишь аптеку, в которую попасть нельзя изначально? Нельзя. Не помню. Вот сейчас иди ко мне, звать к скорой помощи, если тебе откроют дверь. Маша шлачок устроил. Погнали, 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 заходи, заходи, заходи. Помнишь, когда ты аптеку в неё типа так сразу же не залезешь? Да помню, помню. Только с крюком кошкой. Вот и тебе и подсобил. Тут же куча должно быть этого барахла. Марли. Ну, не совсем-то и куча, но все же. Так наверх. Не, наверх, там еще сверху это. О. Тут-то уже я вижу кучу. Не знаю мне. А, еще ж на харде ж не подсвечиваются лутарни, типа лут не подсвечивает. Я это уже заметил. Какие там зомбаки снаружи. Ты дверка лучше закрой сюда. Да я хотел тебя шугнуть, но думаю, ладно, не буду тебя шугать. Электроника. И алкоголь, он есть, все есть, изолента. Так, изолента, изолента. Он... Фига себе, я уже Марли 7 нашел или 8, а ты, конечно, не мал. Да, я на второй этаж не поднимался, а потом их сказал, то я таки, а, точно. И тогда да. Ну, 5 хп поднимает до куска. Тут лута, блин, тут тонна просто. О, флажок. Вот. Как раз получил. Не, классное место, тут тонна лута. А так я тебе буду проверить, а что тут вечером по дефу? Дефенс. Чтоб я сам себя разъебал в той клетке. Вот смотри, тебе обстрел. А чё за чё в клетке? Вот смотри, лазишь. Что, мало места для обстрела? А ну давай сейчас. Стоп, слышишь этих? Подожди, они к нам сейчас залезут, они не смогут залезть. Паркуристы. Паркуристы, паркуристы. Не, они не могут залезть. Или залезут сейчас. Да не, вроде. А ну давай сейчас трошки пошумим. Ну, только надо будет ночью проверять. На эти прыгуны точно залетят. Ну, надо проверить, бо, блин, что место такое. Со стороны такое прям нормально. А они не могут залезть. Со стороны такое место прям забаррикадированное серьёзно. И решёточка. Не, не может. Деф-зона отлично, кстати. Надо поставить тут метку. Только что надо будет сюда добраться, как-то по-тихому, чтобы я залез через кошку, открыл тебе изнутри дверь, и потом, чтобы сюда тоже залез. Не, по-тихому не выйдет. И, кстати, уязвимое место. Да не факт, что не прям факт, сюда залез. Факт. Факт. Если те гады через этот, через... Вверх залазили донизу нам туди, то конечно ход. Катя, а знаешь, как без кошки можешь сразу залезть? Да, знаю, вижу. Да, ну, да я понял, я отсюда побачу, что там через эти, через хаты. Тільки ночью ж ты так хер добежишь. Это я просто криво жопу, это по-моему. Ну давай я ще умру тут, а. Не, я сейчас попробую. А ты куда меня свалил? Бьёна ты. А, heal me, please. Ты там мастер лечения. А чё я тебя лечу? А, на F-ку ж тебя лечить точно. А не, можно без кошки? Моя, кстати, 150 хп сейчас. Не, без кошки можно залезть, просто так не спешить аккуратно. И все. Только там не запусти катсцену, чтоб на сюжетной миссии там что-то есть. Так, побежал, да. Так, у меня походу есть очко навыков даже два. Я скачаю в хпшечки.
Ну, в тебе, в принципе, очко есть. Да, так, подожди, ты куда светил. А я на метку твою бежу. Еще, Катя, хорошая фармилка зомби. Сейчас тебе скажу, где. Вроде возле автомеханики. Но понимаешь, пока еще их не открыли, правильно? Да. Там выходишь, там тоже такие пачки, там у них вот уже раскиданы всякие ловушки вокруг. Уничтожьте громилу. О, давай. Дайте мне. Уничтожь. Как вот эти, типа... Керим, I'm here. Как типа тут задание активировать? А там же написано клавиша сверху. Да вроде тройка или Z. Мене H показує. Обычно такие задания. Все, я уже возле туннеля. Ай-яй-яй! Знаешь, как это было? Сейчас будет красиво. Пизда мне. Понял, короче, как я сдал? Я выбрал вместо кошки это. Вместо кошки Грампус, под номер Грампус. Полмиллиона очков влетели. Вот так, тупостно. И нема. Пол ляма очков влетели. Я обидел. Да, прыгай. Удерживай Z, чтобы начать задание. А, Z-шку нужно нажимать. О, у меня, короче, буква P английская. Ебать, мне до тебя далеко бежать. Я тут так уже возле зоны. Ты пешнешься. Я возле зоны, ёлки. Так добежим потом до той зоны. Залезай. Кажу, залезай. Сейчас будем фермить. Я просто, что я проебал 5 миллион очков, 5 лямов расставил. Да прыгайся. Нет, я перепутал кошку и гранту, хотя гранту кинул. Да, я понял. Сейчас высылка будет. Заберите контейнеры. А, закройте люки контейнера. Только не подожди, куда? Потому что нахуй. Сука, а чё они такие жучие? Сколько тут зомбаков, я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да сейчас тоже сдохну. Всем надо разъебывать их всех. Так, блин, сейчас. Я вообще не разъебать. А ну, сильно подпорционный лаз. Там сервер я запускаю. А, они ж тебя постоянно будут. А, типа закройте люки с контейнера. Сейчас пока трошки пофармимся. Они хоть не могут залезть туда. Они в контейнер залез, пидорас. Ай-яй-яй. Смотри, они... Понял, куда, где легко фармить их? У меня. Они прыгают и под кабину типа легко становятся. Иди ко мне, сейчас я тебе покажу, что ты хочешь. Да погоди, моя тут своя сука. Отпадла. Я тут пишу вообще изи просто. Не, там ты зря. Надо же быть на высоте. Я тут пытаюсь сундук открыть. Да потом откроем, когда позакрываем. Зачем сейчас они сейчас же бесконечно внизу?
Ну, они сейчас будут на тебя лезть и лезть. Потом откроем сундук. Да погоди, я уже открыл. Есть варик на электричество, их еще заманивать тоже. Только они не хотят идти. А вот так хотят? Не, не хотят. Дурочки. Ладно, пошлите, покажу, где можно подфармиться. Бегу. Вон сюда. Они будут тут прыгать, а ты их клац, клац. Косите. Давайте, у нас тут стрелок. Ай! Стрелок. Там и огонь как раз внизу. Вот смотри, она прыгает. А, не прыгает. Уже не прыгает. Так, есть пассажир. Что, я его замочил, тише? А что, я тебя подключить не могу? Странно. Куда нахуй? Бога. А, то ты летаешь. Буду, так скажем, на подсос. Так, я пока за мешочками. Вылез за мешочками, чуть не убили. Так, я понял. Прикрываюсь меня, спасибо. А ты там раскидываешь. Это снайпер получается. Ты нафига тут, конечно. Раскидывать, и потом стрелы поднимать. Да нахуй мы не поднимать. Ты их просто скрафтишь. Скрафчу. Ебать, тут зомби живучие, конечно. Да, зомби тут, конечно, живучего. Это военный, что ли? Там валяк. И еще один. Так, вроде положили. О, вылез. Ля, бежит. Бежит. Я сейчас его летать заставлю. Вместе со мной. У меня просто случайно стрелы закинчилось. Так что их только в полет. Ну, вроде их трошки поменьше. Ай-яй. Сука, я даже не успел оружку поменять. Help me! Так, поднять тебя. Вы, человек, я не могу тебя подлечить. Не могу. Нет, я меня отхилил. Они живучие, пиздец, Костик, я даже со своей руки не могу их положить. Так, надо пока отступить. Ну, давай, поднимайся, пидорас. Тропаш переживаю, тропаш. А пока я твои стрелы что-то вообще не переживаю.
А чего ты помер? От твоих стрел. Прям мне в морду ими зарядил. Там все будет? Они дробашки зашивают, могу упасть. Так как, что это за дробь? Бежит. Тебе мутики. Не переживали, блин, дроба. Да, сверхдиодные пацаны. Она поднимается, Костик, чисто пиздец. Что, поднимается? Какая-то жив... Видишь баба, которая разорвана в клочья внизу? Я в нее 5 раз дробаха всадил. Форшмак. Она вообще дробаша пережила. У дробаша 3 куска урона. Может, нам типа раны сюда? Да нет. Это нам игра пытается объяснить. Типа, не суйтесь сюда. Помнишь, что это, что мы с катаном и ебашили? Да просто надо такие ручки, чтоб конечности нахуй сразу. Да вон, тетка, я из дропаша просто изрешил. И хоть пухны. Вот так надо просто делать, паршик. На, на. И что, она поднимается? Нет, у меня сломалась уже. Оружка. Это ноги не отрываются, блин. Ух ты ж, тварь. Это он надо стратить. Оу. Ладно, пошли дальше искать эти контейнеры. Вымер твой. Писец. Бежал, бежал за тобой. А где? Это возле контейнера, что прыгал, прыгал, сдох. Сюда я бы просрал все очки. Мы ж теперь типа должны ящики найти, правильно? Я не знаю. Ну, по идее, да. Мы должны собрать этих 5 наборов. Или очистить их гнездо. А тут, скорее всего, этот, очистить гнездо. А, теперь зомбаков замочить надо. Да, теперь надо просто его зачистить. Ура. 7500 дали. Мне как раз но... нормально. Тут все в твоих стрелах, блин, закидано. Кажется, тут все как говном на этот. Так реально идешь, ты твои везде стрелы твои торчат. По иголкам ходишь, честно. Так, а что, зомбари уже не должны по идее быть. Не, зомбаков мы же замочили всех, что они орут. Че вы орите? Тогда я сейчас на раскрафчу оружки прокачу. Всё, я ручки прокачал. Все, можем валить. Зарубили, получается. Зарубили. Еще не можем. Мне треба этот забрать. О, чув, не можем. Что это такое? А ты что, не знал, что в каждой зараженной зоне есть сундуки? Не вроде. Теперь будешь знать. Иди забирай вот. Что, они что-то полезное типа или как? Ну, драгоценности або шмотки. Но они там такие больше качества, более редкого, чем можно найти на улице. Мешочек. И мешочек. И мешочек. Улучшение я получил, как раз четко. Мне на лук подойдет, чтобы по 600 урона кидать. А не по 400, как сейчас.
пошаришь. Надо вытащить. Чтоб ничего не пропустить. Да, вроде все. Контейнеры пустые все. Тут тоже поезд пустой. О, мешки от зомбаков только валяются. Ну, вроде все. В этих контейнерах пусто. Ну, а те вроде перекрыты. Ну, вроде все. Видишь, такая лока, что более на это. Чисто, ну, зачистили, убежал. Ящиков нет. Нет, это не порядок, надо другую точку шукать. Там школа вроде бы была. Ты сказал, пошли зараженную зону. Я же зараженную зону видел. В школе зараженная зона была. Сейчас пойдем искать другую зону зараженную. Зону карантина. Метку поставил. Я ж только одна, я ж других не вижу. Ёлки-палки. Сейчас будем что-то значит. Ну, погнали шукать. Что за шумиха? Так, а что у нас тут интересного на свалке? Ты ж не забываешь на чё подлутываться, потому что у меня... Я ж тебе все эти вещи для крафта не поддам. Значит, что с алкоголем глухо, что совсем? Нет, я алкашку назад кидал. Не, ну там ведь шо, смарли там совсем. Сейчас. О, подожди, торгаш. Торгаш. Так, деловой кабель. Аэрозоль, жестянка, тенок. Я нашел оружие. Школу. А нет, это отель. А как тут спуститься к тебе? Так, ну показывает там. Я бегу. Ай-яй-яй, ты ж пидорас. Ну она. Это автобус тут, ну? Да, важно, я все-таки правильно понял, до школы. Я вам кинул метку. Беги на метку. Помню, значит. Карантинная зона. Ты хочешь тут с рекристом пошпадать? О, выжившая нас. Метку бачишь, не? Подлетаюсь пока. Босс, вот там тугенько. Это к моста приходит, еще одну покупку раскидывает. И там же будут только наборы вот эти, которые сдаются. Так да, мне ванны и надо. Да? Да. Ладно.
Ну давай, сколько тебе их нужно? Сколько сможем. А, ты хочешь так даже? Ну хорошо. Как это пропустили? Ну давай, ты помнишь деньги, пока бы эту дверь взламывал. Давай сток от трубы сначала. Да, сейчас же. Ай-яй. Так, подожди, я возьму бомбу кину. А тут что, взламывать надо, нет? Fire in the hole. Specialist. Ты ж не забываешь, что зомбаки в этих зонах какие-то усиленные? Ты мне все рассказываешь? Уже похуй. Там же вспомню этот, вон через низ пролазывают. Да не, не в натуре сильный, типа я на улице на спичек хватался. Не, могу, конечно, тут сейчас разорву и устроить. Так я тебе тикай, тикай. Так, собирай наборы там. Я просто летал. Сейчас Катя еще аккуратно полез уже заразу. А ты сможешь типа эти ящики подламывать? Да, могу. Только мне надо прикрывать просто. Твою мать, что это было? Ты мощный. Нахера в него бомбу кинул. О, а ну отойди отсюда. Сейчас будет разрывная. А. И разрывной окей. Там просто типы стояли, поэтому я думаю, ебать, хули не въебать. Подкаты робе. Засмири мне он нахуй. Сюда нахуй. Он морально умер. Быстро-то я, конечно, ему... Так, позабирать мешочки, мешочки, мешочки. Что, забираем последний ящик? Ай. Как и не уходим. Та шо ж ти, сука, не здохнеш? Фух, блядь. Я відкриваю ящики. Подожди. Блядь, прикривай, поже. Бачи, підараси не дають мені спокійно. Скриться. Зараз, блядь, дошманую. Шкафчики. Десь поки поблизь, поки підхилюсь. Шкафчики дошманую. Я чуть не здох. Так они же вылазят периодично отсюда. Заражал. Слезет туда. Они подряд лезут. Ну, на это же трудно и сложно. На кошмаре. Не постоянно лезут. На обычном не лезут, на кошмаре все время будет. Открыл. Так, теперь самый сундук я открываю.
Толчка, блин, лезут выродки. Как мы будем убивать тех огромных у тех пациков, которые таранят прям? В мусорской форме или пожалуй? Как-то. Вот тех танков огромных. Как я понял. А как ты заебашим? В секторе 0, то есть тише, да? Ну да. Так они потом и в обычных появятся во всех этих. Ну да. Они и по двое ката стоят. Было. А в The Fallen они как боссы есть, помнишь? Да, помню, ебашил сам в соло босса цього. У меня на него ушло 1.5 часа. А прикинь, там же их, там жаба есть, там, ох, блин, пиздец. Ты опять-то хочешь зафармить? Да. Ну, только это, подожди, сейчас сделаем по-умному. Сейчас я делаю бомбу, даю тебе бомбу. Я открываю дверь, а ты сразу закидываешь бомбу. Зачем я себя разрывным? Я разрывным могу въебать. Да, мне кажется, бомба будет помощней. Поверь мне, нет. Нет, да, я пошел открывать. А ты закидывай. Shit, the goddamn switch broke down. Отходи. Не, сейчас подожди. Сейчас тебе скажу, ты только потом закинь. Все, кидай, только не сейчас. Кидай. Я щось не понял юмора, хули на тебе этот. Не знаю, это там. На войне? Баг якийсь чув. В нескольких местах одновременно ебаться. Кто больше отлетает? Я или зомбаки? Зомбаки. Одинаково. Так, короче, ты там больше меня пытаешься запиздить, чем зомбаку. Сейчас же я не полезу. Одна лутайся, пока я буду зомбаков крыть. Ты ему что там, наротан надавал, че шо? Видишь, как захлебывается. Да вот и я о том же. Хуя, шо за прикрытие нахуй? Пиздец, блядь. Так я ж пошел за такими наборами. Так, а кто тебя запиздил? Бегун. Как ты кусаешь, ты можешь дверь с собой закрыть. Или прикрыть. Сука. Лучшее прикрытие. И так в натуре. Он дверь закрыл и себе кинь. Это мне напоминает, кто-то в Вальхейме меня научил дверь не закрывать за собой. Ну, наверное. Но тут двери полезно закрывать. Единственная игра, в которой двери закрываются. Он, смотри, он уселся. Один сидит на сбоку, правый через стенку. Дуэля. Прекрасный восточный. Он нажми ключку, он там точит. Да, вижу. Куси. Куси. Микуси. Проголодался, хлопать, что ли. Свинца его на кормы. Фонарик вздыхает. Прекрасные рыбачки наши. О, мешочки, мешочки, мешочки. Так, ну тебя твоим стрелами. Хм. А по ногам, ну давай. Без меня, без меня. Я тебя спрячу. Да я обычно на него. Сколько опасно.
Все, забил его. Тогда второй уже. Мне не нравится твой подход. Прилёг пацан чисто. Пацан прилёг отдохнуть. Устал немножечко. Ладно, пошли за последним набором. Ну, батончик целых 2 хп восстановил. Много. Да, пар, ты понял, про что я сказал тебе. Хотя лутни шкафчики, тоже шкафчики. А где еще? Хоть много полезного. Ну, один надо взламывать, кстати, у меня же электрическая стрела есть. А, ебать, я про тебя вообще забыл. Писец. Уже набор последний, типчик отдыхает. Там как раз для досягнения пару раз может пройти, надо еще зараженной зоны и все четко будет. Да, блядь. Ради кофе ТЦ отмычки тратим. Заебись. Бо я чисто кофе забрал с тобой. Просто кофе, даже не бриллианты, ничего такого полезного, чисто кофе. Слышу звук. В конце туннеля. Слышу звин, не знаю, ты ли. Тварь тупая. Иди сюда. Вот не зря слышал, что бегает. У меня электрическая стрела. Сколько еще ходок мы сделаем туда? Еще 2 надо, походу. Ну, давай 2. Або одна. Тебе... 2 або одна, сейчас побачим. Ну, давай 2, чтоб на верочку. Давай 2, чтоб... О, чуешь? А если попробую... А, я ж никак не взломаю, если меня будет током бить. Нет, не взломаешь. Нет, не взломаешь. Ну, подожди, пока не трогай вырубатель, сейчас попробую. Сейчас. Да я же его и не трогаю, ты сам его отрубаешь. Сейчас подожди, попробуй как-то может пошаманить с этой с колькой. Как-нибудь попробуем взломать, как это. Понимаешь, блядь. Все прикольно было всю толпу, значит, на электрическую воду. Да, но у меня счет электрические стрелы есть, поэтому. Не успею я там. ХП съедает все быстро. Да и откидывать тебя вроде должно. Не? Да. И давай. А ну подожди, пока не этот. Я сейчас стрелы налутаю. Тебе ще на скільки хватає? Рубаем пока. Пока рубается, рубаем. Ну давай, 2 раза на верочку. Где-то пойдем. И дальше пойдем. Там хотели дальше. Shit, the goddamn switch broke down. А, и обратно не включается. Так что у тебя стрелы наготове? Yep. Погнали. Мне током. Я током буду ебашить, так что запрыгну сразу на поверхность. Ведь побольше бы таких игр было контента, просто год море. Я бы сутки не мог вырубать, меня зависит. Не-не-не, до мене притягувати електричество не треба, ребята. Как там? У нас это святая хардбасит, платить, как эти дасы. Эй, ты что бьёшься, то или? Ты с баллоном типа взорвал? А? О, да, попробуем сейчас типа с баллоном попробовать. Есть же достижение, там до 5 зомбаков танцует. От тока. Ты баллон подорвал? Или? О-о. Теперь подорвал.
по-моему. Так, делаем так сейчас, Шаби. Иди сюда дверь. А, взлом трудно. Лезут, лезут. Ладно, я буду на стрёме. Я тут шкафчик взломаю пока что. Так, шкафчик взломанный. Я пока эти гавриков держу. Все патрики за распределяют. Все, вроде сдохли все. Не, не все сдохли. Прилег, хлопчик. Страшно ли там, короче, буду стопы сюда. О, мешочек. И мачете сюда. Не знаю, нет, тут обычные ружки, даже не рост, не фиолетовые даже такие. Вот, а тут голубая. Что бы я не жил. Алкоголь пригодится. Вот ты все ящики уже подкрывал? Вот нет. Эти, как? Да-да-да. Вижу. Так, ну вроде все золото. Там еще остался пару наборов. Тут забрали. А вот он. Да-да. Угу. Так, а, ну и поступим. Ебать, четыре этих надо. Нет, у меня же есть, я ж тебе могу скинуть свои. Нет, типа, ты не понял, ты не понял. То, мабуть, надо точки открывать и проходить новые. Ну, я ж про это, новые, да. Оно ж одно и то же не засчитывает. Нужно именно новые зоны карантина, их всего 8, из них еще половина в городе. Вот. Понял, другой. Давай тогда просто побегаем их, поотмечаем по карте. Давай. Без прохождения. Оно ж не засчитывает. Без прохождения, просто поотмечаем. Ты ДВ, каебала, Лиза. Добрый день. Тени. Там. Вроде от ниндзя, черепашки. Да. Я ему просто с люка вылез, тоже черепашка ниндзя, блин. Ну вот, другой разговор. Спички положились. Метку кинь на следующую зону. У меня штука одна, у меня других нет. Ёлки-палки. Не на карте только, которую мы прошли, это поездами было. Сразу по бочкам сбоку. Можем, мы можем. Мне важно пойти в рыбацкую бухту, там если по, там по бочкам, мне надо водорослей подформить, чтобы сделать окраски. Всякие там усилители, может пригодятся. Ты сейчас не против к рыбакам? К рыбакам. Ну, в принципе, давай сначала на башню загоняю, скину эти наборы. Давай, я тебе тоже свои скину, чтоб ты их... А ты их скинуть можешь еще? Да, и наборы скидываются, все скидываются. О, слышу где-то гамника. Тут, Костик, если не ошибаюсь, а тут вот тайник есть. Только ты сможешь его взломать? Смотря, да. Вот тут тайничок. Сейчас только одна боя. Как тебе объяснить?
помнишь, вроде бы тип, которому Раис при первой встрече руку отрезал. Там у него есть побочная линия миссии, если ты ее выполнишь, он тебе дает ключ. И ключ открывает этот тайник. Там очень много лука. А, все, вспомнил, я его выполнял, квест оцей. Так, ну меч такой слабенький. Пофиг, как ты берем. Я просто думал, что уже можно взламывать. Что там, ножки подводят. Так, что мы сейчас на башню путь держим? Да. Не, можно потом, в принципе, и под станцию же. Это тоже, в принципе, интересно. Да ну, мясо, не хочу. Не, под станцию не хочешь потом? Да, я что-то трошки зморився, если честно. Поэтому что-то такое не сильно направлено. Ну, да, можем на мост пойти, просто пофаниться, пораскидывать. Да, маков повыкидывать из моста. О, можем. О, мне как раз на мост треба залезти. Я тебе одно там местечко покажу, там так много зомбаков слышно будет. Кусаться просто. Оборжемся. Так, а что мы хотели на этой? А сейчас тебе отдам наборы, да? Сейчас покажу. Вроде бы наборы тоже дают. Всё прямо дает. Ну подожди, сейчас тебе наборы поскидываю. 30 косков сюда. Так, а где находится? Сейчас вспомнить надо. О, набор помощи при чести. Тебе скидывать? Ну, возможно скинуть. Да. Ебаш. Кину. Ага, так я подобрать не могу. Это типа твоя Шо? Награда. Ой, о, тогда буду все тебе оставлять. Не буду забирать. Так, а что мне такое прокачать? Выносливость. Повышает выносливость. Ускоряет восстановление здоровья. Он будет восстановление здоровья. Давай забегу в магазин. Сейчас трошки, может, обновимся по оружкам. Так, а шо у нас тут оружие, патрон, изолента? А, торгат на них появился, походу, да. You won't find better stuff anywhere else. Вроде скупились. Можно для длинки, что надо аптечки сделать. Аптечки. Когда себе аптечек не делаю. Давай проверим торбаша на верхнему. Все, 20 аптечек есть. Ну, давай проверим. Потом зомбаков пораскидываем, оно как раз накидывает и опыт за убийство. И в принципе весело их раскидывать. Что у него интересного такого? Винтовки, мачете, ломник. Ножик у него красивый, если такого еще не видел.
Мар для батарейки, клинок, химикаты. Оружейный патрон. Лента. Так у нас же красиво. Можешь себе ставить. Сейчас крышки. Мне очень понравился. Ай! Чуть не поразбирал, короче, запчасти с маской для этого, для баги. Лапку купили. Как-то не убросит. А чем бросит? Бля, какой. Красивый. Красивый. Мы такие... А, ебать, 914 урона, нихуя себе. Доехал пока. Так а чё, у тебя что, кажу, урон? Там 400 или 500, то это... У меня 460, а то ножик, блядь, 900 с чем-то. Конечно, нахуй, есть разница. Не, у тебя ж там лук или ты 1000 и сколько стоит? Не, лук 460. А ножик сколько? А то, что ты кинул ножик 900 с чем-то. В два раза больше. Так можно медленно. Ну, с ножиком можно что-то скрафтить. Так, эффективность лечения повышает. Эффективность лекарств, навык восстановления здоровья. Ножик скрафтил, пожалуйста, 1100 урона. Нифига себе. Ты там выдаешь, конечно. Точнее, даже 1200. Фига, что ты там, блин, что ты там делаешь? Да ты мне дал уже этот ресурс, вот я и скрафтил. Ну, надо будет протестировать. То, сейчас выйти. Не, просто по дизайну зашел. Maybe еще пивчасика и ебай. Ну, давай, да, побольше. Всю ночь прям не просидим. Ну понятно дело. Сейчас протестируем нож. Как он разносит. Трешки на посовываем все. В принципе, прогресс есть. Качаемся. Я себе легенду прокачал, у меня был 9 или курень. Ну реально, нож 1200 урона. Так, на ту сторону моста, да, там трошки в другую сторону. А нам нахрена вообще? Ну, по фанит, там чисто по приколам. Вот так прикольно раскидывает. Ну погнали, чеки в сторону моста. Это вот сюда. Мост это... Да, вот туда. Правильно. Да ну блин, я ж с коркой. Ладно, я не буду корку принимать. Я без корки. А ты еще ж устаешь типа от бега, а я ж уже не устаю от бега. Тип только ножом промахнулся, сразу сбухнул получил. Он не махал там ножиком сразу. Ну, хотя я знаю эту местность. Тут все время... Ну да. Пассажир такой. Так, замочил я громилу. Ну, можно было его не мочить. Просто вправо, вниз. Прокатил этот.
Я просто все время помню, все время там вылазил. Думал, вылезет опять, вылазит. Так, подожди, надо трошки в другую сторону. Нужно тебе сюда к лестнице, вот ко мне подойди и на лестницу лезь. Зачем на лестницу? Я уже сгоре лезу. Тут место прикольное. Ой, а что ты зеленая метка какая стоит? А, это же моя метка, елки-палки. Теперь смотри, теперь иди сюда. Сейчас тебе покажу прикол. Сейчас с кошкой залезу туда. Ага. Не. Тут же изи пофармиться можно. Да ну, я сейчас, хочу, моя цель залезть на крышу этого, ой, на мост. И моя цель что этих зомбаков там скидывать. А ты на второй часть моста не хочешь залезть без кошки? Там можно, там полазить, но там, там чьи-то, наверное, так это... подкачаться в плане вещей. Я пока буду легенду качать. Замбок повара скидывай. 4 левела легенды со мной взял. А еще их постепенно поскидывать можно. То есть моста пойду на край, буду воду скидывать, я по пальцам. Ты на другую сторону реально полез, ну, хату мы там пока не можем открыть. Ну, хату, да. А мне нравится. Ушел. По одному, хлопчики и девчатка. Ох, блин, а ты ж куда взялся тут? Ты бейся. Ушли, пацанчики. Неуклюжие вы жопошники. Отлетел. Ушли, хлопцы. Я не прикольный. Мочить, скидывать их. А потом еще мешки с них собирать. Так я так кучу ресурсов и нафармил уже по зомбаке, по зомбаре пиздил на мосту. Ты там водоросли хотел надыбать, спрыгай и дыбай. Да уже поздно. Я пока зомбаков мочу. Скидываю с моста точно. Каратист. Тихо, что прикольно, а ну-ка подожди. Так, иди на меня. Иди на меня давай. Давай, 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 давай. Ну что он не хочет? Они хотя сами еще тоже, в чем прикол, падают. Дурочки, блин. Ты тупо на краю стоишь, они на тебя идут и падают. Так, лужу можно еще подпалить. Ушло. Ну, а тип самовыпилился. А, ты на краю моста стоишь и башишь. Да. А шо, балуемся с физикой. I believe I can fly. Что такое? Улетел, улетел. Какие из этих можно что же скидывать? Вот этих. Мутиков тоже скидывать можно. С воды только постараться надо, конечно. И реально. И они тоже подыхают, конечно. И какие мешков еще валяются. Мешки это хорошо.
Так, оно по одному, Тю, по ебать, одному. Я дурачок. Но? Надо было сразу на верхушке лестницы прыгать всегда. А не рисковать, как я это делал. Прикольно. Чисто повыбрасывал. Так, а ну-ка, сейчас тебя поджечь. О, как раз этот вечер. Ну, можно попробовать, конечно, этих мутиков поскидывать. Если что, с моста прыгайся. Ну, попробовать можно, но это было тяжко. Я балывался на мосту с мутиками. Было тяжко. Там понял, как надо на край моста залезть. Пиздец, на край моста. И как-то их приманивать. А что они не поднимают шухер? О, есть один ходит, бегает тут. А, Костик, на мосту что те лампы ссаные, они же от них убегают. Ну, квеста пока далеко. Я же выкупаю. Ай, скотина! Кинул с моста. Кинул петушара с моста. С моста меня. Ёб твою мать, я их подниматься. Ну так весело было. Ну-ка тебе эту, я его тоже скину. Фу, блядь. Ладно, давай покачаем сейчас на мосту. Прокачку зомби. Так, тут, кстати, быть пока перед, ночь, можно полазать по мосту и этот ловкость прокачать. Правда, а, маловато, но всё же. То есть тебе больше так надо, мне ловкость уже на сраки. Мне прошу сейчас в замесах покачаться. Я их вспомню, тогда отлетел, перепрыгивающие эти. Так, а где у нас хлопцы есть? Вот есть хлопчик. Есть, Костик, я нашел, где можно покачаться. На изи просто, где не мочатся. Вот эти мутики скидываются. Да? Да. На краю. Ага. Они постоянно тебя прыгают, ты даешь тычку, и они сами улетают и вздыхают. Ну, рисковая тема. А что, они уже понабегали там? Да. Ну, сейчас тогда я на гору залезу. Ящики пооткрываю, чертежи забрал. Фу, бля, чё за хуйня? Понял, повис на веревочку, а у меня тупо скинул, а я в перилу споткнулся. Думал, сейчас полечу, блядь, вниз ебалом. А? Самоубийц, блядь, 4 типа улетело. Спешл. Ой, блядь, капец. Пись так, что попёрли чисто с машины, понял? Так, ребята, дивіться, тут флажок. Тисячу ловкості получив за цей флажок. Кстати, кстати, да. О, це ж грузи падають, чув, після цієї ночі грузи падають. Не помню, що те, щоб грузи падали. Вон, летить самоліт. Якраз ночі бігати, так.
Девин упал, блядь. Она же должна показать, что Гойз упал. Да, оранжевым должно светиться. Я ж прошу. О, я зацепився, на вторую часть моста полетів. Ну, можем с той стороны моста пофармить их, но не факт, я не знаю, что это. Есть точка, чем не надо. Да, чё я не могу припомнить? Ага. Не работает крюк на ту сторону. Я знаю, поэтому я залез. Ладно, я пока тут пофармлюсь. Не отебить поджопника. Неуклюжая ты жопа. Ты ой, чё их поставил-то? Ой, а тут а этот, блядь, рыгачка, блядь. Ты чего типа поскидывал? Ты сюда залез, че не? Мне да тут ты, страшно. Я слышал, короче, этот визг, понял, что вот эти мутики попадали. У меня мутики, зашел, да. Двое. Так, мутик. Короче, это и нож действующий. 1200 урона. И Баша. С одной тычки зомбака снял. Я не хочу тут с мутиками умерти. Интересно, ракету сейчас закрачу. Попробовать можно. На 10 ракет таки буду. Ну, пока мультиков мост шугает, вот так. Да, мультиков пока шугает мост. Надо поближе подойти. Чи в полет их отправить нахуй? Ну, попробуй, как раз таки край моста. Большой шанс, что они просто поулетают. Ай-яй-яй-яй-яй! Да нахуй, спидер! Нет, высоты сдохну. Как вариант. Летай, сука! Ты тоже, блядь! Чё ты, меня пустой? Да, блядь! Тихо ты! Пизда, Андрюха, подлетай! А я к тебе сейчас быстро не подлечу. Бежи через мост, блядь, прыгай и на лету кошкой. Не работает так, чего же работает? Мне сложно походу забрать. За тачки кошкой ебашишь. А, меня тоже запиздил. Прыгну. Запиздил мультик, мультик запиздил. Нет, только эта точка их фармит. Они на него прыгают, поскальзываются, спотыкаются и сдыхают в воде. Блять, полляма очков просрал. Нет, за стороне там не знаю, что делать можно. Так там особо не подформишься. Я тогда буду до утра ждать. Да попиздили. Точку тебе покажу, может, сейчас поскидываем. Гаврикал, поскидываем. Так, нужен типок. Типок нужен.
Что же с ними делать? Я буду искать какие-то пути. Как же их можно поскидывать? Чертей, сука. Да иди ты! Ты падла. И сам же упал, и меня скинул. Было чё. Котеняка, котеняка. А все ножички легенды просрал. Можно и дальше прокикивать. Где там мост вообще, с какой стороны там? Я по груз пошел. А я не вижу груз. Он может быть у воды, поэтому ты и не бачишь. Это должна быть метка или красный файр. Ну... Файр точно должен быть. Я бы когда он даже падал. Парашют там должен был быть падать. Він у воді, я тобі говорив. Я поплив. Поплив. Я хочу тягавтика попробувати. У нас так пустий там. Ебать, темнота, страшно. Да, він під водою тут. О, і водорослі тут якраз. Нашел я одно местечко, в принципе. Вот там бар в воздухе висит. Ой, если попробовать на край машины стать. Уже не будут прыгать, как раз стихать. А, я думаю, что это, блядь, блима? Я думал, у меня экран накрылся. А это, блядь, гроза хуяры. Сейчас, подожди, Костик, потный момент. Да дебилы! Сдохла тварь. Голожопая. Ну, меня скинула и сама сдохла. Ты возвращайся на мост. И жопашники, блин. Зомбак шел-шел и пришел на свою смерть. Ой-ой-ой! За мной бежит! А-а-а-а-а! Я застрял, блядь! Ну, бесит просто. Нет, без какой-то возвышенной точки, которая была бы закрытая, которую можно оборудовать, я так никак не херачить. Мочи их, не мочи. Варик есть твоими стрелами, тупо их скидывать. Скидывать с краю моста воду, они вдыхают. Либо от высоты вдыхают, либо вот. Я тут сейчас сам закину. Да блядь, идите нахуй. Что-то на них почти не действует, эти. Да вдыхай, пидора. Короче, помню.
бля. Ой! Я, конечно, достижение получил, чешу, хер разно. Help me, please. Ну так не хотят, это снайперы, сука. Там я крас утро. Я тип захаркал. Чисто стоял под мостом, захаркал. Сука, прорывы. Надо чисто тут угол стоять, и там они формятся к семечке. Да, я, конечно, достижение получил, а ну сейчас гляну. Рваны. Не хочу а, убегать. Типа, кинуть 25 фиолетовых этих шашек, понял. Я хочу зомбаков поскидывать. И опыт фармить. Что, еще ночь чушу? Уже нет. А, блин. Тиши отсюда! И она, блин. Она бита говно. У меня это ржак. Тишки. Мишки с говном. Короче, понял, тут такая фишка, тут такая точка, типа ты заподнимаются на ступеньку, ты им по ноге режешь, и они падают, и с высоты помирают. И тебе ж опыт накидывается, что ты же хочешь. Как вроде бы. Вот тебе и фарм точка, еще и смешно. Поджопника. А ты куда там пропал? Шо-шо? Ты куда пропал там? Да я тут зомбакам это ебло ломаю. Биту нашел, так топор выебываюсь. Ушел. И только фигово, что не всем у них тут летать не урок. И на натуре ржак это разбить. Ушел. Ушел. А с твоим ножиком, который быстрые ноги рубает вообще тему. Тоже какие-то чувак валяется. Хрен знает, что с ним. Живые. А. Громила. Не, где мое место? Ты должна его попробовать. Заценить его. Ну тип просто шел, споткнулся, упал и сдох внизу. Да раком просто. No. Бомжи. Искать еще одно место тоже прикольно, где их пофармить можно. Пинфета далеко где-то по точке. Вроде и рядом, а вроде и нет. Типа ко мне добраться не можешь? Да нет. Мост это же самая угарная тема из всех, самое угарное место. По пути бегать отсюда, вообще ржак. Ну, сбредаемся, бомжики, сбредаемся.
По одному. А чё не падают? О, летак. А вы груз сейчас будет. Мастер дзюдо. Получил достижение. Ну да, типов надо поскидывать с высоты. 50 типов. А, 50? Да. А я вроде бы задание выполнил. Ну что, будем скидывать? Бомжика. Сейчас пока их тут поприманиваем. Подходим, не стесняемся. Подходим, не стесняемся. Блин, херово, шо. Поубивал их всех на точке. О, подожди. О, сейчас со мной пачка будет. Беги, Стасите, покажу этих пиздец легко. Тут по мою душу бежит. Так что ты живучий такие. Пока бошку не отчекрасишь. Прям совсем буду. О, полезли. Давай. Опа, и все. Ушел. Один. Второй лезет. Когда ты лезешь? Не долез. Клац. Еще один лезет. Ай, блядь, не в ту сторону лезет. Лезем. По одному. Подожди, я выжидаю свет. Наверное. Так, подбираем партию, поджидаем. Блин, чё это так смешно скидывать через альт с обрыва такого? Ай, проебался. Мужики, не нажал. Уж, ай, блин. Оп. Ай, блин, зачем ты вот так на голову пошёл отсюда, как... Ай, блин, не хайкер. Ты на это... Я прорвусь, если тебе ещё одну точку покажу, где их вырубить можно. Туда и валишь! А я ещё так щукаря въебал. Днище искать. О, пачка, 4 штуки улетели. Страйк. У-ху. Эту карту. Она так, сам нахуй. Местечко одно прикольное. Все покажу. Таньте бисты. Там они только прям не так с воды, короче, падают. Они на тебя лезут, ты их мочишь, и они кто-то там по скрипту умирают. Вроде бы здесь. А это на зомбаков приманить. Сходимся. Видишь, черная машина? Тебя надо встать. Ты когда-то это делал, да. Я смотри, сейчас, конечно, на меня полезут. Не так. Давай. Лезем сюда. Не стесняемся. Поджопника. Так, а ну партия на поджопник, Офигеть. Всё, партия. Желающие подсрачника получить. Желающие? Есть такие? Да. Лезем. Не стесняемся. И в ту сторону пошёл. Не, на тачку вроде дали. А ну подожди, держи. Чувак, один чувак упал. Ну, один чувак упал слева. А ты видишь того типа, который прямо за тебя лежит? Да. Загорайте. Я чуть не упал вместе с ним.
Ебать ты скакаешь. Я же пытаюсь их пораскидывать. Туда их. Ты сам походу упал. Ладно, сейчас. Туда его. Они к эти тачки и все уже не смогут встать. Смогут. Поехали одного часа прямо тачку закинуть. Так Финзи сдох, он уже встал. Так, они сюда, интересно, полезут чуть-чуть. Сейчас попробую. Ну давай, 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 давай. Давайте, пацаны, не стесняемся. Что они такие скосмотрели? Да, поплотнее. Блин, фигово, что они сами не лезут на машину. Один полез, я же говорю, а потом упал. А я пищу, так их на машину заманить. Давай, лезь на машину, лезь. О, сейчас бачишь, слева двое. Я не что так топчутся, не хотят ни хера. Но они так еле-еле. Бустанул их. Все. Уж. Так, один, два. Два есть. Копилочку. Только одного минуса топка. То вот эти здесь не полетел. Так, точка. Такой себе. Вот именно если на ту сторону лезть, понял, они когда будут к тебе лезть, то сюда, и можно поджопника выписать. А ту сторону они что-то не лезут. О, подожди! Ушел камикадзе, блин. А ты казан не лезет на машину. Он наконец-то начал на нее резко, и в итоге потерялся и попер вниз. Так, подходим, не стесняемся, подходим, подходим. Вот он, я здесь, еда вкусная, еда вкуснее, вкуснее, еда вкусная. О, полез, полез, бери, полез, полез. Ты это, гопачок вот там чего. Харакири ему сделали. Кто меня бьет? А еще котер. Ты ему ногу сломал. А что это было? Нога сломалась. Ага, об арматуру. Ладно, хай поваляйте-то. Ушел. Блин, тоже мало зомбаков просто осталось, ну всех хуй пиздил. Да они же какие опыт дают то, что ты их так пиздишь. Попробуй их поскидывать, сейчас тебе опыт накидали. О, где-то это бегающий. Вот лезь сюда, поскидывай их, тебе сейчас опыта. А ты сижу. А я попробую подняться. Куда ты хочешь подняться? Она что, не поднимется на машину совсем? Не, они не поднимутся, они только туда полезут. Вот сюда, если ты сейчас станешь, сюда прибежишь. Вот, видишь? Оп, прибежала. Ну, почти что. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Тут такое место, что они сюда лезут. Ух ты, блин, боевая бабёна. Ушла отсюда. Отлетела. Отлетка. Не знаю, что-то в эту точку они лезут. Что-нибудь туда не лезут, что-нибудь. Скорее всего, потому что по скрипту у тебя машина не должна тут стоять. Она потом по квесту вместе с кинокамерой падает в воду. Ну да, тут по квесту. Ну, а тут потом не знаю, квесту. Не, есть что нужно, пошли еще одно местечко покидать. Сюда прям на край моста бежим. Вот таких мест нет. Либо сейчас поджигать просто. Ну, я еще недолго буду, поэтому я хочу. Давай сюда бутыль найдем. О! Где у нас бутыль? Где у нас бутыль? О, вот здесь лужа, короче, ту лужу можно поджечь, сейчас лужу позакидывать как раз. Сейчас я подпалю эту лужу. Так, можно же взрыв-пакетом подпалить эту лужу. И они заодно сбегаться будут туда. А так смотрят, вроде не сбегают. Я там пачка потанцую.
Нифига ты красиво поступал, конечно. Так, дыхалка закончилась. Некие такие дебилы там на горячую тачку лезут и сдыхают. Идиотики. Катя, если спнуть зомбака в горячую лужу, тебе тоже опыт посчитают. Так, самолет походу, да? Звуки чую? Ага, бачу. Він в центрі, де ти там загрузився. А, я ж не вижу парашют. Точка на этому на карті стоїть. Та вроді парашют должен бути. Не обов'язково. Видно, тут кається парашют там. Тут чорний красний флайер добре. Його не везде цей красний флайер увидиш. Я на метку кинув, де груз. Место для груз. Да, можем забрать его как раз таки. Два чувака рейса снизу. И можно было за боками строить. Ах, спасибо. Блин, точно, можно было посмотреть, как они против зомбаков помахали. Да ну, время тратить, пока они груз там отберут. Дальше. Да пока еще грузы не перестали падать. Где-то в туннеле груз или как? Или куда? А? Где-то груз в туннеле или где? Нет, не в туннеле. Ну як в туннеле, він окажется из самолета. А херня вот мне нужна. По скрипту. Тут и попих, попыть. А, я помню эту башню. Запиздил кого-то. Да, тут она так стояла, что хотелось ее столкнуть с этого, но она... Не сильно устойчиво оказалось. Не вижу. А, вижу теперь черный-красный флайер. Теперь он есть. Я скажу, за горой ты херни побачишь. Ого, что там бежать где-то. Та не так-то и багато, 100 метров осталось. А, ты видишь, сколько бежать? На, я же метку поставил. Не, а теперь дым видно хорошо, да. И видно, что груз есть. Это возле аптеки старой. Вот тут Гаврики. Да, кстати, возле аптеки. От пидорасы. Ага. Что, перемочи? А, еще этого осталось. Мясо, блядь. С половины лифт, нахуй. А, чтоб не крали. У аптечки это хорошо, аптечка. У них 100 баксов, но 71 бакс. А еще, кстати, помню, тоже очень хорошо фармил этих на аптеке, где ты вот первых ты помнишь. Вот тут как раз. Тут как-то вот так тут садишься, вот тут. Да, вот тут садишься. И на шипы их всех. И на шипы, да. Даже вот этих мутиков отстреливаешь, не бьешь, они все на шипы. Сейчас их поднимаем. А ты ж она ж насадилась, как она? Ты видел это? На шипы пережила. А ну стой, не спеши. Дай мне одного. Да, я подожгу одного,
нескольких, а ты их закинешь, и ты получишь достижение шашлычок. Да, вроде было что-то. А, да? Ёлки. Блин, меня насадил я на шипы. А, те ж, блин, нелегкие, те ж только в легком можно их бесконечно так пинать. А так это заканчивается. Стамина. Ага. Так тут на шипы, а не издевать пачками, что это важно. Крошитель. Этим захватом тоже прикольно их кидать. Идут и так. А, через альт. Да, сколько жмуров тут. Капец. Если так с мутика можно, накинул его на эту чистую хайсу. А если бы он так... А хотя бы ниже на шипы нахрамливаются. Только надо их с ног сбить, а это тяжело. Катя, тут же в холодильниках алкоголь есть. И марля есть тоже. Можно ее периодически уток. Да, кстати. Аптечка в холодильнике была. Тут еще какой-то шанс, что торгаш может появиться? Нет. Не сейчас. Тут где-то они прям вот в таких лавочках размещаются. Со временем. То ли походить в шетку, то ли прокачаться. Еще больше. Типа и тебе, и мне прокачаться. Так, побежали, наверное, на башню, я буду завязывать. Так оно меня типа меня к тебе сильно потом. Все, может, тебе важно, типа, где завязать. Мне, в принципе, без разницы. Я побежу туда просто скидывать это. Наборы. Ты хочешь сдать или именно скинуть? А? Ты хочешь их именно скинуть или сдать? Сдать. А, ну, давай. Ну тогда окей. Надо будет... А какой ты там еще игрушку начинал? Стримить, не помню. Ты хотел какую-то игру там стримить начал? Ну, Dying Light начал. И Watch Dogs 2. И Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, не помню. Я хочу будет твои стримы подавить. Сейчас надо будет твои стримы подавить, что там у тебя новенького по стриму. Так, ну, дякую тебе за... Так, mm-hmm. Дякую вам за те, що дивилися стрімчик. Другий стрімчик по проходженню гри Dying Light. Ну, зараз, звісно, ми не сильно так попроходили, ми більш пофанились, тому щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко. І ви будете слідкувати за повідомленням. На все добре!